Так, и мы возвращаемся. Это оказалось сделать довольно быстро. Надо было просто счет. И сработало сразу. Переключился на другой интернет. Я был неправ, это был NetByNet, а не МТС. Сейчас мы смотрим на МТС. И я вижу, что 8 мегабит шикарно идет. Спасибо аспиранту за настойчивость. А, сейчас должно быть все у вас хорошо. И на Good Game, и везде. Подтвердите, пожалуйста. Диск Elysium, классно бы зашла аудиоверсия, смотреть нам все равно не нужно. Ну это по сути книга, да. Они изначально хотели книгу написать. Отлично, говорит Холли Флауэр. Ей! Наконец-то мы с вами наладили связь. Но у меня добавляются ранения, друзья. К тем трем добавляется еще парочка. Смотрим, сколько. Много, дофига. Привет, War Child. Патроны, красный экран. Инженеров свободных пока нет. Так, материалы, сплавы. Ну, сейчас доделывается улучшенное гауссовское оружие. И мы с вами... Снижает устойчивость врага к взлому на 25 за каждое попадание. Ну, один человек не может несколько выстрелов сделать. То есть вы не можете рейнджером там 3 выстрела из пистолета сделать. Надо посмотреть, вдруг что-то толковое можно. Осколочные патроны разбивают. Осколочные патроны рейнджерам, типа, неплохо против мега бронированных целей. Чтобы ты стреляешь 3 раза из пистолета и всю броню снимаешь. Тактический жилет, это единичка брони, типа, для храмовников. Давайте охранитель теней сделаю по-быстрому. Ниндзи на специальной миссии. Так, и тут у нас сила Адвента после, к сожалению, рейда, который я не смогу взять. Увеличивается, да? Подценили новый регион, смотрим, что там по силе, по бдительности. Тут убийца. Ха-ха-ха. Вот это регион. 7-10. 7-10. Я тут попробую по-тихому найти через конспирацию, через специалиста, офицера безликих для начала. Но я, пожалуй, лучше в Индии останусь. Ну, честно, ну а зачем? Ну а чё? Лучше там. Да, и мы же привлекаем еще внимание Адвента. После этого рейда должен быть еще следующий. Короче, я сканю здесь 4 силы Адвента. Второй Liberation. И вот он, Гаусс. Улучшенные пушки Гаусса. Yes! Какие? Какие? Покажи. Дробовик Гаусса. У всех у них пробивание единички брони и бонусный урон. Пушка Гаусса для пулеметчиков. Дезинтегратор для искры. Наконец-то она дотерпела до нормальной пушки. Это для жнеца пушка тоже, наконец-то. Все? А снайперская винтовка? Давайте сделаем стоп. Во, есть. Мне ее дали, выдали сразу же. Смотрите, снайперская винтовка Гаусса. Одна штучка. То есть я делаю раз. Ага, сделал. Дожидаемся конца месяца. Не-не-не, не мог. Улучшенное это как раз... Просто, видимо, не засчитали, потому что типа, и тебе ее выдали. Как-то так логика работает. Аватар продвигается. Пока без Ютуба говорят. Давайте собираем. Вообще, мы обнаружили нового босса, он пошел прогрессировать, но меня вот это беспокоит. Мне нужно 3 максимальных... О, попытка саботажа Мстителя. Скрытое событие, наложка может быть. Да. Вот это месяц сейчас будет. Но до этого ивента мы...
Ох! До этого момента мы, конечно, можем слетать, потому что, кажется, с 9 до 15 дней идет приготовление этого ивента. Ё-моё! Просто НЛОшка... НЛОшку в патче фиксили или нет, друзья? Как, может, повоюем? У меня есть оборона, я могу повоевать. Ну, как бы ты все равно должен готовиться к этому ивенту, это понятное дело. И к тому, что брать ли туда топовый отряд или не брать. Или можно отправить на проникновение туда. У меня будет первые неделя-две спокойствия, активности. То есть, скорее всего, надо улетать туда. Да, локалка идет, все в порядке. Сейчас попробуем Liberation на халяву выполнить, но это такое... Блин, НЛОшка! 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 Ну да, это дикая триггер-миссия просто, которая может сработать, может не сработать, 50 на 50. А, ну ясно. Это опять у нас низинка. Почти невыполнимая миссия. Ну, понятно. Спасибо, друзья. И что мне предлагаете делать? Ну, я бочком, но как бы это уже провал. Тут 7 человек рядом со мной. Ну, если они в мою сторону пойдут. И змейки нет, вроде. А эти? Тоже не в мою. Есть, повезло. Тогда повезло. Тогда я реально могу проскочить. Не, ну если проскочим, то значит проскочим. Если не проскочим, то значит не проскочили. Да вы издеваетесь, еще вот здесь пак третий. И это, по-вашему, нормальное распределение? Не, ну тут я уже не выживу, тут такое количество найков задрали. Вообще вся карта здесь на респе. Без привлечения. Сколько? Активно 6. Ага. Ну как бы удачи нам, чё? Скорее всего, подсветит и шотнут, но там не было каверов нормальных. Вот, единственная пачка, другая, находится здесь. Нет, сейчас подсветит, сейчас и найки просто шотнут, и все. Да, даже мутон шотнет. Царапина, 10%, повезло. Ну, он, у Найк же дикая, дикая точность. Да, к сожалению. 85, повезло. Краталос, овер. И эти выходят. Ну, ребят, ну чего, ну как, ну... Не добежит он. Да и вакан. Никак. Да Мэг, да, прыгнет. Ну, единственное, что я могу сделать, это вот попробовать от Мэка вот здесь скрыться. Ниндзя, естественно. Ошибка. Там второй овер может сработать. Блин. Ай, дурак я, конечно. Там еще третья снизу вроде сидит. Че ты с этой стороны пошел? Там же труба, вот отсюда вот бежишь. Короче, ниндзя спасся, а вероятность того, что спасется VIP, где-то процентов 10. Ой, меньше. Тут еще 60% попадания. 60 ровно мимо. Ну, я Мэка боюсь. Что он... Овер. Вот он, Мэк. Не попади. Нет, нет. Флангует это 100%. Нет. Бывает. Слон, привет! Мы мамку мутона видели. Она нам так просто начистила просто вообще. Три снайпа такие готовые. Рейнджер пистолетный, разрушитель с этим, как обычно, промахивается, блин, с разломом. И все, он. Идет ход. Она подходит одному по лицу, потом подбегает ко второму, второму по лицу, потом возвращается к первому, еще раз ему по лицу, а потом снова ко второму и второму по лицу.
Я не знаю, как она 4 раза действовала в рамках своего хода. Ладно, бывает. Инженер мне здесь не нужен было, вот нужно было все-таки. Да, доступный ресурс, я понимаю. Все, собрали. И теперь смотрите, я все-таки с такими ресурсами, с такими сплавами пойду третий регион освобождать. Пытаться, по крайней мере. Блин, мне знаете еще... Во-первых, респект слону, что, как и обещал, начал стримить. Это прям шикарно. Респект ему, что он стримит, знаете. Я заканчиваю, и он просто приходит там в 22-23 часа и до утра. Я просыпаюсь, там, подхожу там, в 9, в 10, в 11, он все еще стримит. Вообще кайф. Приятно посмотреть, как другие страдают, конечно же. Давайте, штурм регионального. Отомстил, я не добил ее. Снял где-то половину хитов, отсел, и она сбежала. Нойзман поддержал ваш канал на основе с голосовым сообщением. Нойзман, привет. Привет, Майкер. Поздравляю тебя с победным траем. Это ведь точно победный трай? Да, точно, точно, точно. Так, ну у нас тут взаимосвязь, к сожалению, укрепляется. Ни к черту вообще ненужная. Может сходить без храмовника на эту миссию. Что там, 34, 36? Ну или взять молодого храмовника. Но он, к сожалению, не дотянул. Да. До фанатичной ярости. Ну, ладно, возьмем ему полевого врача, ему все равно сплэш не нужен. Да, погнали. Дойдем ему аптеку нано. Нано, аптеку. Берем 3 снайперов. Раз. Слона можно взять сюда, как ниндзя. Надо еще помнить, что... Ну, эти успеют до НЛОшки прийти. Да, давай, ниндзю. Слона не забудем, только сначала нужно 2 снайпов еще накидать. Снайпер, снайпер. И, вы не поверите, еще один снайпер. Естественно, безусловный разрушитель. А у меня есть вообще разрушитель? Есть начинающий разрушитель. Ну, хотя нормально, увечья есть и уже хорошо. Спец. Нужен ли спец здесь? Ну, я смотрю... Наверное, первую половину месяца мы вот всех товарищей раскидаем. Ой, искре можно пушку выдать. У-у-у. Тогда, если мы берем искру, можно взять реально специалиста со взломом. Там же разведчики, дроны. Ну, хотя зачем? Ну, для крауд-контроля. Для чего же еще? Окей. Тогда давай спец. У спеца связь с рейнджером. Но я не хочу больше 8 дней тратить. Так что не будем. Не будем, не будем, не будем. А, на квип точно. И начинаем закидывать. Убираем улучшения. Вообще снимаем все улучшения. Делаем, соответственно, еще дополнительную снайперскую винтовку Гаусса. У-у-у. Дезинтегратор частиц для искры сразу беру. Кристаллов Иллерии нет! Кристаллы Иллерии, кажется, продаются на черном рынке. То есть это стандарт вообще. Материалов до хрена. Сильные бронеплиты. Да, кристаллы Иллерии, 100 баксов. Видите, с деньгами вы можете деньги конвертировать частично в сплавы. Куличи можно взять. Глаза разбегаются, столько денег, столько денег. Вообще тебе нужно оборону бахать было сейчас прям. У тебя хватит энергии на оборону? Моя оборона. Да, защитная матрица хватит. 14 дней строится. И это трындец, это важнее, чем там что бы то ни было. За недельку как раз бахнуть и улучшить, и туда инжа посадить.
Инженера все-таки не хватает немножко. У тебя полич сидит леммингов, его и качай. Да. За материалом как раз сейчас закончится. Ну, там не было выбора нормального. Что делать? Я бы взял еще, на самом деле, сплавов. Что они улетят быстрее, чем оставшиеся средства. Не, не факт. Штурм регионального штаба. В соседнем регионе бдительность 10, сила 7. Как бы не пролетела ответочка от адвенточка. Я только-только начал сливки снимать с региона освобожденного классного. Так, ладно, не заливай только, Михаил, только не заливай. Храмовник, 3 снайпа. Раз. Два. Три. Экипируй. Оружие. Снайперская винтовка Гаусса 3. Готовы? Ставим, соответственно, снайперскую винтовку Гаусса 1. Снайперскую винтовку Гаусса 2. И снайперскую винтовку Гаусса 3. Я бы оставил все-таки костюм паук у всех трех снайпов, потому что бывают такие клевые укрытия, назовем их так, которые... Ну, точнее, неровности. Короче, у снайпера гораздо больше возможностей, если у него есть крюк. Это свободное действие, свободная страна. И... элитный приклад. Мод прицел. Такие пушки. Красивые. У-у-у. Элитно расширенный. Улучшенный. Модифицированный. Основа нашего ДПС в этой миссии. Элитно расширенный. Модифицированный. Не, давай лучше не элитный, а расширенный, потому что лучше... и улучшенный. Три снайпа, красавцы. Просто красавцы. Зелок, который будет танковать. Окей. Дальше. Разрушитель. Разрушитель. К сожалению, сержант, но от него-то нужно что? Вовремя кинуть ракету. Можно ему еще выдать Патрик, типа красный экран. Для того, чтобы с большей вероятностью захватывать дронов. Раз мы идем со специалистом и искрой. Пригодится. Специалист, да. Искра, каркас и пушка новая. У-у-у, 9-14. А-а-а. 9-14 пушечка. Настройка спуска, кстати, можно. Мод расширенный. Просто прицел. Идем не добирая, чтобы не сильно. Ну, потому что НЛОшка триггерится, кажется, диапазон 9-15 дней. То есть вот в тот момент. Или там 7-12, как-то так. То есть у меня в лучшем случае есть неделя. В лучшем случае. Дропы починились? Да, я на другой интернет все-таки переключился. Снайпы есть, ниндзи нет. Как ты без ниндзи сюда полетишь? Без ниндзи плохо. Ладно, тогда ниндзи бери. Слона не будем брать, потому что он не очень маневренный. Возьмем Диана, хотя он тоже не очень маневренный. Где все маневренные люди? Вот, Immortal. Дмитрий Михайлов ранен. Ладно, давайте со слоном тогда. Слону... броньку бы сделать с крюком.
Я понимаю, жалко, я потратил почти все ресурсы на старте. Топор ему на этом задании не очень нужен. Можно сканчик взять. Вообще не хочется трогать мобильность его. И не буду. Все, готовы. 7 дней, 21 час. Аптечки есть, снайпы топовые. Рейнджера нет, ну он, рейнджер он такой. Разрушители есть, перчаточка вторая, ракета дополнительная. Погнали. Пытаемся успеть до появления НЛО топовым отрядом штурмануть третий региональный штаб, освободить регион. И дальше нам нужно развернуть активность здесь, возобновить, так скажем, активность. Во-первых, привлечение внимания Адвента еще не закончилось. Сила Адвента по-прежнему 4. И сейчас генерились новые миссии, на которые я должен сейчас просто всеми силами уцепиться. Потому что до того, как после того, как появится НЛО, я должен буду держать там 8-10 человек просто в составе и ничего не делать. И ничего не делать, понимаете? Мы собрали несчастные материалы. Давайте посмотрим, что у нас появилось. И точка М, точка СП, переподписан. О, София, здравствуй, месяц. Добрый вечер. Ушел 101 ракет, им да, наш почти не дамажит. Да, бывает такое. Замедление проекта Аватар. Заступника попытаться нанять снова. Ну, хорошая тема. Контакт с сопротивлением, чтобы... Блин, засада уже 30%. Давай тогда засаду лучше скинуть тремя солдатами. Ну, так проще миссию просто выполнять. А, еще же была на эквип отряда. Надо снарядить нормально людей. Ну, прям там и снарядишь, чё, какие проблемы. Да, я думаю, может быть, мне даже рейнджера взять. А, эти были на секретной миссии, соответственно, у них со снаряжением все ок. Да там я могу уже дуговые клинки сделать. Достаточно давно. Они стоят недорого. Я упирался в... В 70%. 44. 17 на провал. В прошлый раз оно сработало. Так, а как насчет изготовления дробовичка? Не надо. Так. Капец, закончится что? Все скоро. Материалы забейте, это два дня потерянных. Ищем миссии, сгенерившиеся здесь. Первая пошла. Улика. Странники 5 дней. Серьезно? Хотя о чем мне нос-то воротить, правильно? Были бы у меня миссии на выбор. Давай набираем, чем. Если нет, всегда аспирант можешь отменить. Аспирант подарил один премиум. О, аспирант Беликам там раздаривает примачки. Спасибо аспиранту. Странники еще замечены. Давайте посмотрим, кто может пойти. Я бы проигнорировал гранатометчиков. Но как совсем без гранатометчиков? Ну хотя рейнджерами можно, почему нет?
Они же броню пробивают. Но они не попадают. Просто вспомни рейнджеров, которые были до этого. Они же вообще не попадали ни хрена. По этим продвинутым, блин, офицерам забей. Да, бригада, конечно, у меня тут аховая. Уже 10-12, 5 человек, я даже не знаю, что с ними делать, если честно. Менять разведданные туда-сюда. Ну, допустим, допустим. Ну, допустим, даже так. Может, поувереннее будет выглядеть, если я экипирую пацанов. Пока что это не работает. Сейчас лететь на 10-12 без стопового отряда. Это довольно опасное мероприятие. Что это такое? Давайте сделаем пулеметчику пушку Гаусс. 8-13 сторон. Офигеть. Какая игрушка. Это пушка. Такая, не знаю. 13-15, так-то уже. Да так-то уже я смотрю в правый нижний уже угол. Смотрю, чтобы 7-9 было. Так-то я не хотел 5 идти на 10-12. Так-то. Так-то как-то. Как-то так-то. Давайте здесь Патрик отравленный дадим. Так-то. Элитный расширенный топ. Модифицированный. Ну, я пока отправляю, знаете, если лучше ничего не будет. Так-то, так-то, так-то. Так-то, так-то. Элитное автозаряжение. Для пулича элитное заряжение, автозаряжение, наверное, шикарная штука. Десять, двенадцать. Не. Ну, это не та бригада, которая может нормально ушатать дюжину врагов, понимаете? Тут нет заступника, тут нет зелка, тут... Хрень какая-то. И все равно нужно брать гранатометчик какого-нибудь. Так-то. Плазменная гренка уже есть. Шикарно. И газовая есть. Все есть. Собери, не хочу. Любую гранату на твой вкус. 7-9 шестером с проникновением. Ну... Так-то. Гранатомет давай еще. 7-9, 32. Далее. Ну, я... Ориентировочно буду отменять. Потому что сейчас пойдут эти новые миссии, как грибы после дождя. Все технологии готовы. Ох, там второй уровень взаимосвязи между заступником и храмовником. Нейрохлыст, лучный псиусилитель. Что делать дальше-то вообще? Вскрывать до хрена всего. Чистильщик огненной грянки. На силовую, плазменные. Нужны кристаллы Лерия. О, там плазменное оружие. Ой, хочу. Хочу-ка.
А как сделать-то это тогда, если у меня... Если у меня Иллирия нет. Экранированные энергокатушки хрен прокопаем. Блин, надо мастерскую бахать. Хотя защитную матрицу, ну там сидеть ученый будет. Центр тайных нельзя. О, личный пример. Снайпер качаем. Реально инжи не хватает все равно. Флани поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: позавчера племянник родился, сегодня играли. Отгадай с одной попытки какой. Бека. Фланя? Бобер? Чумандр? Лерий сожрет мне весь Лерий просто. Эллерий? Короче, делаем мастерскую. Мутон. Доход в следующем месяце будет почти 900, представляете? Почти 900. Я не понимаю, где миссии вообще? О, нет. Понеслась. Ивент стригерился. Я не успею. Я уже не успел. Ладно. Подожди, у тебя есть топовый храмовник, заступник. Что там по снайпам, по другим? Исследование не идет. Я понял тебя, простите. Что-нибудь. Давай, чистильщика. Капец, я защитную матрицу могу не успеть сделать. Что-то я напутал. Ладно, окей, окей. Кое-как, блин. Мне нужно минимум 3 снайпа. Ладно, 2. У меня только Танюшка, как бы снайпер из оставшихся. Если я сейчас не вытаскиваю людей из штурма оригинального штаба, то... Может, можно снайпа купить на черном рынке? А ниндзя-то есть, если что, пробежать? Да есть там, конечно. Есть. Капец. Разрушитель тоже. Блин, 2 разрушителя ранены. Если оно прилетает в течение там 5 дней, то это такая жопа, потому что у меня ни обороны нет. Ох, вот что я в прошлом месяце оборону не строил. Думал, что... Пытаться сейчас хотя бы второго снайпа брать. То есть это осада и мстители, это конечная. Снайпа нет. Блин, у меня 5 снайпов, 3 на миссии. 1 доступен, 1 доступна. Она, конечно, медленно с хорошей снайперской винтовкой может и доковыряет за приемлемое количество ходов. Но это такая аркада. А прорваться вперед не получится, да? Сика. Ну, надежный вариант — это отменять сейчас штурм регионального штаба. Или закидывать туда разведданные и пытаться там сэкономить. Да, надо сейчас разведданные и пытаться дотянуть. Ну, там всего останется 2 дня. Даже меньше, наверное. Да, давай. Там и пушки, там и снайпы вообще все. Там, правда, фатижные будут люди. А-а-а, реально. Там же снайпы будут фатижные все. В салат. И после этой миссии, если будет НЛОшка, то они ранения получат. Но я могу не всех брать. 4 дня. Так. Это вообще жопа. Она летает 2 недели, 14 дней надо зафиксировать. Какое сейчас число? 16, до конца месяца летать будет.
Правда, я не вижу летающей тарелки. Вон она летает. А, нет! Оборона не готова! Люди вообще черт знает где! Нет! Ну, либо сейчас отменять, но мне так не хочется отменять, вы бы знали. Ну, допустим, допустим, что мы будем делать? А, кажется, я смогу раненых брать с собой на миссии, то есть разрушитель, если что, есть. А, не, нормально, есть второй снайп. Обучение способности. Вот его надо вытаскивать. Да, два снайпа есть. То есть, по сути, мне нужно сделать две пушки снайпером. Это как бы вообще без... Все. На последней лере куплено просто. Кое-как. Тарелка не такая жесткая, как избранный. Ну, это понятно. Но при чем здесь сейчас избранный-то вообще? Ну все, я буду сейчас лечиться. Нет смысла мне куковать. Хранитель теней. Очень полезная штука, но я в зоне испытаний ничего делать не буду, хватит. А, и ты и так ничего не делаешь в зоне испытаний. У тебя свободных инжей нет. Ну, молимся, что оборона успеет сделаться. А у меня энергии хватит на грейд обороны? Моя барда хватит. 4 дня. В идеале, конечно, 4 дня. Там шанс 50% задушить тарелку. Да, есть шанс задушить тарелку. Аватар. Давайте сразу ускоряем проникновение. 7-7. Пять сил адвента. Пропустили уже миссию. Еще террор давно не было. Ой-ой. Ой, блин, ой. Новая цель. Ресурс, конечно. Конечно же. Я не знаю, как в этом регионе активничать. Мне нужно новые захватывать. Все, 100% штаб-квартира. Да блин, ты что ты тыкаешь не туда? Аджи говорит: всем привет, давно не Михаил не смотрелось. Подскажите, это победный трай или победный трай? Это победный трай. Вот сейчас будем региональный штаб уже третий штурмовать. С новым гауссовским оружием, снайперским. Пиу-пиу. С молодым храмовником. С разрушителем на всякий случай. Ох, just in case. Да, перчатку надо было вторую брать. Все, штурмуем региональный штаб, желательно быстро, чтобы не было у нас усталости. Наслаждаемся снайперскими пушками. Наслаждаемся. 34-36. Так, давайте я сейв сделаю, кстати, потому что вылетают же они. Вылетают только так на базах. Давайте посмотрим на миссию. Черный экран, ну это она загружается миссия, ну что ты? Сейчас загруж, подожди, не торопись. Они тоже с одним патроном. Не-не-не, здесь гаусски нет. Давайте посмотрим, что у нас по округе. О, сразу можем запрыгнуть, видите, при помощи на крышу этого. Это уже хорошо. И это угол, между прочим. Между прочим, это угол. Опасненько, конечно. Но... Проходим вперед раз. Проходим вперед два. О, нет, не хочу. Давайте-ка лучше посмотрим, что... Хотя в противоположном углу, скорее всего, будет та же самая хрень. Невнятная. Ну, не хочется сюда запрыгивать. Слишком близко уже к объекту. Это чревато негативными последствиями. То, что объект близко, это не так плохо. Надеюсь, что здесь не вижу ничего.
3,5 десятка врагов. Огромное количество ресурсов, трупов. Дверь открылась прямо по курсам. Валить отсюда. Слышь, я даже слышу шаги. Слышу, змей. Так, ну тут возвышения нет. Да. Блин, на P25. Что, снайпов сейчас ставить убого без каверов на эту машину, что ли? Это ж такой просто провал. Любой просто человек выходящий будет простреливать их. Нет, давай-ка лучше пока что назад. Надо для начала убедиться в том, что мы действительно можем подходить. Ну или по классике снайпов по центру выставлять. И вот здесь вот. Я вот просто узнаю вот эту вот хрень. Я узнаю эту хрень. Этот коридор с двух... там часто... Это не то чтобы это центр карты, но если здесь начинается движуха, то очень часто из центра сюда люди подходят. То есть да, мне нужно, видимо, держаться основной частью этой стороны и выпуливать по центру для того, чтобы снайперами... Да. Слышу еще этот... Так, вы, короче, влево. Вы резко вправо. Ты тоже резко влево. Да, слышите? Вот они как раз со стороны центра и шумят. Но вот минус, что не будет. Не будет возвышения у нас. Пока мы не зачистим всю округу, вот-вот, что рядом трется. Не будет нам покоя. И нет нам покоя. Гори, но живи. Как же подходит, а? Ниндзя должен готовиться к тому, что к снайперам могут выходить, поэтому он должен светить правую часть. По возможности. Ну а здесь надо как бы сдвигаться таким образом, чтобы враги, выходящие отсюда, прятались от нас и подставляли бока снайпам. Здесь вообще надо влево сжаться, прям сильно влево, здесь еще левее. Погоня, 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 погоня. Ну, пока нет, но может быть. И я не вижу центр, кстати. Снайперов бы хотя бы немножко разнести, потому что стоять за... Люблю full cover, потому что он добавляет пару дополнительных клеток. Но не такое, потому что здесь не добавляет ни хрена. Давай сдвигайся пока что. Надо сильнее сдвигаться. Да. Надо сдвигаться сюда. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. 36 человек. Месяц обещает быть жарким. Ну, давайте потихонечку подходить к зелотам. Там можно светануть, конечно. Но сейчас я особо уже ничего не увижу. Так, вот он, коридор просвечивается. Holding this position.
Они даже близко здесь, оказывается. То есть силком надо сдвигаться. Ну, к центру, получается, сдвигаться надо. Слышу туретку. В конце концов, никто нам не мешает пулить с центра, а потом смещаться. Да, вот он туреточка. Капец, у него там здоровье! Но зато у нас-то пушки. О, да погнали, чё. Выходим из инвиза. Без кавера снайп стоит. Ой, приятнички. Такой прям бах. 14 в лицо. 2. Happy now? Причем это сказал Happy. Совпадение? Не думаю. Назад спецом. Ты стой, ты стой. Что? Прям по курсу? Не, я бы слышал, если бы они были там. Сейчас мне нужно, видимо, к коридору подходить зелком. Увидели кого-то. Может, редко, это редко. Хорошо. Снайпы снова видят. Молодцы. Сверхтяжелая турель называется турель. Кстати, Патриков-то по 3 заряда всего лишь в этих... Нет, это по 3 заряда, потому что у тебя там элитный расширенный магазин. В этой 6. Я уже думал, что... Действительно, у... Вы поняли, в общем. Аналитика пошла. И это просто начало, друзья. Это даже не считается за 36. Ведь это просто турельки. Может, ниндзя подсветить, а? Да, опасаюсь, давай. Обычно ты вот отсюда уже сразу паки видишь. Никого. Хорошо. Есть возможность пока устойчивую позицию сделать. Здесь перезарядиться. Сделать устойчивую позицию. Я бы подождал там, на самом деле. Именно по центру. И, возможно, даже не зелком, а ниндзей. Хотя, что нам мешает подойти поближе? Капец. Увидели. Да! Это классика просто. А там просто стоит 8 человек. Такие, а чё, ничего. Можно взорвать там, что там. Ооо! Ну нельзя в этот ход взрывать. Ой. Ой, нельзя в этот ход взрывать. Ой, там просто можно было 30 урона нанести сразу. Так. Все, ногти начинают исчезать. Нет! Нет, ниндзя не перекрыли. А может, и перекрыли? Как? А, зелка увидели. Тогда точно перекрыли. Это была ошибка. Надо было ниндзя, конечно, уходить. Жесть. Вот тебе и консилмент. Может, офицера как-то взять, а? Давай быстрое целеуказание. Попробуем продвинутого офицера сначала. У нее не работает уже призрак. Он, скорее всего, все уже. Все равно пробую, блин. Вот сейчас хихоньки-хахоньки, а я уже отдал фактически невидимость свою. Невидимость как невинность. Да, тут вообще забей. Верхний, скорее всего, прикрывает тебя. Ну, здесь, да, надо пытаться числящиком. Метки там 13-20, сколько-то там. Ну, можешь не подходить вообще, а?
Ну, зелком типа стоят, танковать пытаться. Че, так может и вычистим их? А, у меня крюк есть. Да. Крюк — это тема. Крюк же — это свободное действие, правильно? Ой, по красоте. Ой, просто ушел. Просто ушел. Ушел просто. Ушел. Ну, я считаю, это Шимида. Как бы, не знаю, как вы считаете. Все, подсвечиваем для снайпов. Улыбаемся. Активно три человека. Они деагрились, кажется. Сейчас они должны подставлять фланг моим снайпам. Щитовик, собака. Накидывает кому-то, но не этому. Двери, внутрянка идет. Выходит милишник, гад. Ой, щитовик, псевник тоже бафает. Вот его надо в первую очередь мочить. Давай, чё. Справа кто-то выбил стекла. Ой-ой. Так, 96, 94. 94 раз продвинутый жнец. Бах. Хорошо, это стасис или совпало просто единичка? Стасис. Они так ушатывают просто. Ой, снайпы мои хорошие. Ну не очень. Этот не успевает, блин. Ничего не успевают. Ну, без возвышения, без устойчивой позиции, они, видите, без фланга нормально не попадают. Давай чуть-чуть сместимся хотя бы, а, на будущие фланги хотя бы. Че, Зилот? Зилот, похоже, что он улыбается. Или чуть дальше отойдем, чуть дальше отойдем. И все равно улыбается. Здесь Хантер. Протокол помощи на Зилка. Держимся. 5 человек активно. Щитовик, псионик в себя, милишник, разведчик, еще человек, которого я не вижу. Опасно. Он подставляет фланги. Пулеметчик он еще есть. И он стреляет. Стреляет. 55, повезло. Милишник сейчас будет врываться, но... Ладно, заряжаемся пока. Крит, ты охренел, что ли? 11 урона наносить. 11 урона! Святой воин. Такой этот настойчивый пес. Блин, могу не сдюжить. Если сейчас новый пак выйдет, то я не смогу. Так, ну здесь одна цель. Продвинутый жнец, жрец. Раз. Две цели. Три цели. Хорошо. Там, где две цели, стреляем по очевидной. 99. Хорошо. Так. Тут тоже, видимо, стреляем по очевидной. Копеечка. Пробуем мы брать. Хорошо. Мы можем его увечим, конечно. Остановить. Не, заряжаемся просто. Понятненько. Да он меня опять пробить может. Просто. Я еще ему полное укрытие выдал, дурачок. Лечение, что ли? Мазилка. Нет. Пока нет.
Молимся, блин. Там минимум два человека по сделку пробил. Справа выходят враги. О, это плохо. К снайпам выходят люди. Четыре человека. Охренеть. Блин, сейчас нас снайпов выйдут и все. Мало того, что я ими сейчас не могу стрелять. Зелка ранят. Надо ивак было сейчас вызывать. Не надо. Хорошо, чутье срабатывает. И еще пак дронов разведчиков. Так, как далеко они? Не очень далеко. Мне кажется, надо снайпов сюда выводить. То есть разбираться как-то с ближними, но снайпов выводить. Блин. Там милишные. Второго тира лукарь. Продвинутый еще был. Ну я бахаю здесь вольтом, чтобы двоих ранить. Это-то понятно. Пробуем пробить. Короче, надо сейчас сжаться, друзья. Я не могу с этими просто брать и... Хотя, может, и смогу, учитывая их дистанцию. Но зачем тебе прямо сейчас с ними сражаться, Миш? Ну тут позиция не нравится мне. Давай на полходика, чтобы отстреливаться. Устойчивый раз. На полходика. Устойчивая два. Ой-ой, вы понимаете, да, к чему это все идет? Я должен танковать зелком сейчас, стараться. Готовиться снайпами убивать остатки того пака. Да, вот без возвышения, конечно, снайперы... Они гораздо менее эффективные. Это выходит пулич. Стреляет. Хороший урон там. Пробивает. И это ж не последний, блин. Сейчас трупы увидят, сбежится еще вся карта. Крит 9%. У заступника уже проблемы, у храмовника. Мутоны бегут. О-о-о! С крисолидами. Не пул, надеюсь. О, не пул. Ну, трындец сейчас начнется. Я бы здесь подлечился, конечно. Раз, выстрел снайперский щитоносца. Возможно, надо было второго проверять. Да. 88-2. Ничего, к зелкам полечимся по-другому. Но я бы сейчас уже вот встал как-то так. Узел это должен быть... Да, у него три аптечки тоже надо. Так, ну сейчас, конечно, надо точно отступать назад. От обзора... Снайпами сдвигаться просто тоже. Здесь стараться так, чтобы тебя не перекрыли. Тут пока что устойчивая позиция. И эти идут, и те идут. Капец. Пул. Охренеть. Эти выходят на агре. Тоже пол.
Нет. Я вертел просто. Такой рандом. Что у нас тут? Неспойленный покрас. Тут вообще никто ничего не видит, кроме одного снайпа. Вак. Надо было раньше делать. Могу не уйти уже. Надо пытаться убегать от всех этих паков, причем прямо убегать. Уже все, уже шансов-то нет. На какую-то надо выставлять снайпов уже за фулл каверы просто. За какие получится. И держать своего вака. Мать моя женщина. Возможно, через приказ этого снайпа увести подальше. Плохо стоит разрушитель, его надо сюда поставить. Давайте увидим снайпера того. Блин, пока активно только 4 человека. Жестких, но 4. Потенциально еще 3 как минимум. 5 ходов я не продержусь. Овер. Удачи нам. Просто удачи. Глядь! Держи. Милишник. Я змей еще слышу. Да ладно. Капец, еще пачка змей. Там вся карта сейчас прибежала, реально. Да, мне только змей не хватало. Капец. Для снайпов не могу ничего подсветить. Вон там ведут враги, а я не вижу их. Ну это жопа. Бомбить может. У меня есть обилка, но не хочу ее просто так прожимать. Так. Хорошо. Только не надо следующих паков. Дайте мне хотя бы ходик 2. Пожалуйста. Здесь живем. Так, тут метки. Так. Снайпы ни хрена не видят. Опять. И на следующий ход они ж подходят уже, эти гады. Понимаете? Мне нужно сейчас, видимо, прожимать уже обилку эту против бомбежки. Сидеть в хамкере, улыбаться. Бегут. Мэг здесь. Козелку стреляет. Пробил сразу всю защиту. Огнеметчик не добегает.
Милишник не двигает, настреляет. Так, надо сейчас холод пустоты юзать. Дайте ходик. Там еще три пачки стоит рядом. Есть. У-у-у! Живем. Так, две цели, три цели, одна цель. Одна цель, значит, стреляем раз. Да! Нельзя мне тратить сейчас ценные эти. Билкин. 25 целей еще. Мать моя женщина. Холод пустоты пошел. Представляете, с лазерными пушками я бы тут отхватывал просто. Просто бы так отхватывал бы. Ну это еще вообще не все. Мы видели там три пачки впереди, еще человек 10 стоит передо мной. Опять ногти минус. Что? Да, идет следующий пак. Не пулится. Блин, огромный пак. Так, ладно, это два разных пака. И эти тоже пулятся. 6 человек. Крысы, мутоны. Ёпта, ой, извините. Так, ракета первая сюда должна идти. Ты привлечешь остальных. Но ты видел как раз Найк и мутонов. Возможно, здесь остальных поблизости и нет. А давай-ка, знаешь что? Не, возможно, приказ. Погоди, погоди. Ну что, здесь рокет нужно бахать. Какой? Ну, такой, видимо. Найк это флангуется. Этот может взорваться просто. Большой бум. Сняли каверы, кританули шикарно. Дальше. Без взрывов, Миш. Без взрывов. Целим массу. Этих меньше всего, да? Вы знаете, важнее здесь скорее даже крыс перестрелять. Иная к чему тоном. Четыре, да? 85. Давай 85, попробуем так. Надо было там зилком помацать его. Хорошо, они справились. Еще бы этого убрать. А его как раз мутон видит. Его фланганут. Это будет минус ниндзя. Может, все-таки мутончика, а? Да, давай сделаем так. Зилот бахает вот сюда. Вольтом. Хорошо. Здесь пробуем берсерка метким убить. Есть. Так, и осталось собрать крысу, да? Ну и там держаться просто. Зилком. Возможно, протокол помощи. Убито 15 человек уже. Я на респе сижу. Протокол помощи, да. Найки остались. Смогут зилка приговорить, на самом деле. Там еще кто-то идет, я слышу шаги. Найка за кавер. А это не Найка, это Карталос. Мажет, потому что ранено. А справа Найки.
там одна может пробить всю защиту и ранец. Хотя вот так не будет стрелять, получается. Это снайперская? Нет, пробили. Ладно, выстрел я должен пережить. Хорошо, 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 хорошо. Держимся, ребята, эвакуация, если что, уже подошла. Да. Не, валить не надо, валить не надо. Если мы сдержим это все, то... то ГГшечка уже. Раз. Ну что, мы почти половину карты уже убили. Я специально помацал ее, чтобы опять точность была повыше и проще было убивать. Это должно валить вообще от нас. Ты дурак? Он кинул новый эвак куда-то. Дебила кусок. Это баги бывают. Этот эвак или грен какая-нибудь может появиться вообще у врагов где-то. Надо было идти ниндзя потихонечку. Да. Так. Опа, там следующий пак уже. Слышите, она далеко не ушла. Пытаюсь подсветить. Кого-то обманываешь. Пытаюсь полутать. Девятнадцать человек, но причем 10 это в конце. То есть осталось... осталось. Одна-две пачки врагов. Ну как же они все быстро эскалируются, да? Только-только ты улыбаешься, там убиваешь людей. Потом бац, на снайпов выходят. Валят еще пак. Ивак появился в другом месте. Ну, это баг, конечно. Просто. Да и сама туда иди, на этот ивак. Сама вызову, сама иди. Так, ну надо подходить потихонечку. Слышите, Мэка? Вы слышите, Мэка? Я слышу змей и Мэка. Да, они в этом коридоре. Но он добегает до пака, и они возвращаются назад по инфе. Начинают просто быстрее бежать. Типа она там приходит, говорит, я там Чумандра видела, все дела. Живого. Пока. О, вижу. А, она с дронами решила договориться. Но это не самое, конечно. Мудрое решение, погнали. Там два дрона висело, помните? Это стандартная разведка. Тебе опять ниндзя немножко подставляю. Сейчас я дрона, если не убью. Он спрятался. Блин, классика просто. Призрак, надеюсь, поможет. Да. Ну, он мне-то как бы тоже не убил, так что все. Все справедливо. Нормально. Так, где мой третий снайп? А, это у меня снайпер улетел. Он улетел на эвак или он улетел совсем?
Ёпарес, это... Блин, XCOM, ты чё? Ну, он улетел на Иваке, и Ивака не было на тот момент еще. Капец. Ладно. Попробуем без него пройти. Угу. Ну, если я его дома не встречу, я, конечно, на роли себя снайпа, блин, хорошего. Потому что, ну, это не... не... самого Кёрла с пассивным действием. Еще раз, не было эвака вызванного у меня в тот момент, блин. Ты сам его эвакуировал. Еще один, блин, эксперт. Скиф, не беси меня, пожалуйста. Ты сам, говорит, эвакуировал. Я вставил его в устойчивую позицию. Он брал в руки эвак, кинул в центр карты и исчез. То есть он не мог улететь просто, понимаешь? Не мог он улететь. Сам чекни, сам чекни. Сейчас, блин, опять меня эти эксперты выбесят. Чекни, говорит, запись. Он теоретически не мог уйти, понимаешь? Не мог. А, это было до второго эвака? Ой. Ой-ой. Точно? О, Папандос, говорит, привет всем, я тут впервые. Щегол. Щегол. Там один дрон, которого я не вижу. Я думаю, надо... Добро пожаловать. Смотри, какой чатик. Смотри, какие эксперты у нас классные. Ага, видим. Дроны бывают, зависают. Где-то еще 6 человек. Ну как же жахают классно. So got one. I'm on it. Давайте подходить поближе. Ниндзи. Да всеми надо подходить. Я думаю, что пора уже на крышу прыгать. Блин. Я для начала обойду, конечно. Что может еще пачка выскочить. Полтора раза меньше сейчас будет у меня ДПСу. Давай лучше ниндзя, а? Вот серьезно, зачем ты так бежишь? У тебя же есть товарищ с крюком, со всеми делами, ну. Подходим, перезаряжаемся. Подходим. Так, ну чё, запрыгиваем? Или обойти лучше? Надёжнее, конечно, обойти. Опасно. Ну, убито 20 человек. Понимаете, я думаю, что... В действительности тут... Надо справиться будет с одним, с двумя пачками. Там парочка дронов, это уже 14. Одна пачка остается. Оставшаяся десятка — это босс, генерал. Попробую зайти. Вижу. Может, редко, конечно. Нет, справа топот как будто. О, призрак. Так, ну, значит, мне нужно слева заходить. Подниматься вот как-то вот сюда заходить. Снайпами. Даже, наверное, вот так. Пока что.
Пока что так. Пока что даже так. Без кавера, но зато смогу, если что, пострелять. Блин, ну два спеца, ну серьезно. В смысле, два снайпа. Человек. Давайте посмотрим. Там ивак у меня. Вот, там кинутый снайпером ивак. Игра без багов. Так, они отошли. Но мне все равно видно где-то. Откуда, как. Давай к призракам. Да я вижу их. Ой-ой-ой. Так. Так. Это вообще не гарантия. Вообще не гарантия. То есть там 4 человека. Ёпа, раз это. Давай разрушить мы сюда. Я бы подсветить попробовал еще их. Как же курсор, блин, как же ты меня бесишь. То есть, либо я завожу снайпов, но это автоматом приводит к риску и риску, понимаете? Пачки, похоже, действительно всего лишь 3 человека. Но мне кажется, здесь надо стартовать с блин, я не вижу еще верхнего. Так, кроме отступления, есть ли мне еще опции какие-то? Хотя откатился, кстати, массовая штука. Откатилась. Окей, тогда ты заходи сюда. Да, вроде надо так. Но лучше я еще один ход покукую. Почему? Потому что я не уверен, что там четвертого нет. Я сейчас, например, ракету сделать не могу. Кинуть в ракету не могу. Они вроде стоят, кукуют. Я могу достать роки там, интересно? Да, могу, окей. Ладно, давай так. Снайпа сюда. Да, это жесть. Смотришь на этого, блин, мэка второго тира, у которого там 30 хитов, 3 армора, и думаешь, блин, ты чё? Ты чё вообще? Последний ход приготовления, стычевая позиция 1, стычевая позиция 2. Ну, я бы начал с ракеты, потому что все равно не собираюсь... Или не с ракеты. Какая тебе разница? Ты же все равно пробиваешь армор полностью у него. Это почти гарантированно, что одного, что другого бахнешь. Ладно, давай, погнали. Работаем. Бах. И свалился этот самый мэг. Пушку бросил. Бежит. Вот не знаю, будет ли у меня вижен. До верхнего должен быть теоретически. Бахаем. Хорошо.
Здесь можно немножко его взорвать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, зелком попробую покоцать. Кому оставил, не ясно. Специалист. Ясно. Ладно, справились. Блин, какие же пушки. Я бы с лазерками здесь сдох. Просто я сдох бы с лазерками. Просто бы сдох. Ну чё, идем лутать. Даже вот эту верхнюю можно будет взять. Тринадцать человек осталось. Ну, это два дрона и финальный пак. Ядро Иллирия, кэш данных, улучшенный приклад. Офигеть. Я понял. Все лутает, Слонидзе. Продвинутая адаптация, модифицированная настройка спуска. И вот эти вышки мне могут мешать работать. Ладно, скипаем код. Ну что? Ставил, остался финальный босс. Одного снайпа бы я вывел направо. Ближе подходить не хочется, если честно, потому что, ну... Снайпером я имею в виду. Хромовником подойду. Лечение дистанционное, протокол восстановления все равно есть. Перезаряжусь, здесь пройду пока что вот сюда, наверное. Рокет там поставлю так, хотя... Тут врубим. Не, не врубим. Просто спрыгнем, подсветим. Не хочу призрака. Это же лутобобр. Да, 13 человек осталось. Ребята, третий регион можем освободить. А там, кстати, тоже у меня фул. Потому что можно по полтора косаря получать каждый месяц, даже больше. Кто-то может сказать, зачем тебе, Михаил, столько денег? Они тебя могут испортить. Я скажу, ребята, все ради фронта. Все для победы. Купим сплавы, наберем хорошую команду бойцов. Купим Иллирий, экипируем товарищей. Каждый месяц на черном рынке можно так хорошо закупаться. Полезно для сопротивления. Да ты что ты делаешь? Вы видели? Ну сделайте клипчик, пожалуйста. Опять снайпер, вместо того, чтобы перезарядиться, и он кинул каким-то макаром эвак. Я даже эвак не тыкал туда, наверх. Купим массажисток. Массажистки. О, увидели. Дроны, скорее всего. А, туретки же еще, точно, забыл я про вас. Че тут взорвалось? Я не успел увидеть. Ну, туретки, смотрите, какие уже жесткие. У них там ХП почти двадцатка. Да что ты смотришь? Хватит. А этот снайп ни хрена не видит. Мне кажется, обоих надо сюда. Ну, видите, какая здесь поляна накрыта, просто шикарная. Ну, туретки, кстати, было бы неплохо зелком специально зарядиться. Ну, он пустой абсолютно, а туретку он может вытанковывать. Эвакуация запрошена. Я не хотел. Давайте я подставлю зилотом. И пусть он протанкует туретку. Пускаем ход. По дронам мы и так попадем, а прицеливание для другого нам не нужно. Стреляй, стреляй в меня полностью. Она же пробивает меня. Больно так заряжаться. Но нужно, друзья. Нужно, нужно. Хорошо, два. Бунт на корабле, сами снайпера сами вызывают эваки и дезертируют.
Ну и последний раз ждем. Фатик свалится, конечно, мне тут люди. Много времени трачу. Нормально, нормально, нормально. Все, зато ты фуловый. Заряжен, отлично. Снайпером добиваем. Кажется, я вижу объект даже главный слева. Осталось 13 человек. Да, очень похож на финальный объект. Тыкаю призрака на всякий случай. Подхожу сюда раз. И подхожу сюда. Не знаю, два. Не увидел врагов. Надо еще сдвинуться направо, друзья. Эти вот эти вот хрени мешают. Мне кажется, надо же этого разрушителя уже вперед вести. На страховочку. Гуардиан, всем привет, прощаюсь со всеми, у нас 12 ночи, посмотрю запись. Давай, Гуардиан. Мы еще посидим. Мы еще повоюем. Так. Пента поддержал ваш канал Пентыч. На 100 рублей и сообщает: здравствуйте, Михаил. Извините за беспокойство, но можно ли закрепить новость о турнирах в ленте? Если что, я могу написать коротенькую статью. Да, конечно, про можешь. Турниры, где все лучше расскажу, что и почему. Ну и у меня завтра праздник. Еду забирать ключи еду от новой квартиры. Правда, без ремонта. Не, но все равно это большое событие. Поздравляю тебя, Пентыч. Молодец. Свое жилье это прям у. Так, я бы тебе порекомендовал не анафту просто написать, чтобы все сразу было правильно сделано, чтобы в новостях там. Я вот не вижу врагов. Они могут быть, конечно, на крыше. Да. Ой-ой. Так, ну... Хорошая новость в том, что меня не увидели. Но это не командирский пак, это еще вот три человека, видимо, дронов. Может, вот это главное здание? Я их плохо примечаю. Давайте. Здесь, наверное, уже стоит вставать на вышку как-нибудь. Сейчас зелком попробуем спулить. Хотя нет, зачем. А, они сами лохают. Сейчас увидят зелка. Не, не увидели. Зато я их вижу. По крисолиду точный. Змейки встрепенулись. Минус два. Да, трабл в том, что... Видите, я здесь не могу ничего сделать. Я должен стрелять по ней вольтом и надеяться, что она будет зелка убивать. Хотя вот с таким... Я могу и этим убить. 66. Не 50, а плюс 15. Не 51, а 66. Да, хорошо. Нормально. И лутаем сразу. 10 человек осталось. Модифицированный прицел, ядро Иллирия, хорошо. А вот и туретка просто. Окей. Где же финальная пачка? Мне показалось, что...
Может, и это здание, черт его знает. Ага. Да, это оно. Там с такой огромной антенной, видите, она виднеется. Вот здесь она была. Повиднелась. Сейчас, может, еще разок покажет. Нет. Но они точно здесь. Как бы тут 100% это. То есть надо подходить, подсвечивать. Желательно это делать сразу. Блин, а им же недалеко бежать до моих снайперов. Снайпов всего два. Может и не хватить мне урона. Давайте, светим. Не видим. Не видим. Сделают уже в фатиге. Вот они. А, разведчики. Блин, и консилман минус. Это очень плохо. Все-таки второй пак был. О, это значительно усложняет задачу. Теперь у меня нет халявного расстрела. Финального пака. Это очень плохо. Да, дронов-то мы убьем. В них проблемы нет. Останется 7 человек. Один дрон вообще вот с этой стороны, как выяснилось, смотрите. Просто слева. Он тут мелькнул, там мелькнул. Убил хоть? Убил. Слава тебе, Господи. Где бы ты ни был, покойся с миром. Дрон. Вот. И теперь ситуация, конечно, совсем другая. Но я все равно ниндзя буду вперед идти, потому что у него, по крайней мере, есть этот крюк. Видите, если вы перезаряжаетесь... Бля, не факт, не факт. Открываем. Видим. Блин, там два мэка артиллериста, как минимум. Два дрона, хорошо. Ну все, я валю, ниндзи. Перевожу чуть-чуть снайпов. Здесь пытаюсь в ханкере посидеть. Летает. Щит пошел на всех. Мне здесь могут легко вообще зелка раз это самое раздраконить вообще легко. Начинаем так. О, Хэппич заработал повышение. Два. Я надеюсь, что два. Потому что это уже под щитом, плюс 5 хитов дополнительно у него. Хорошо. Я бы разрушителем тоже отступил, потому что... Ну, ниндзя, понятное дело, тоже надо убегать. Ханкеры ставить. Зелка тут подставляю.
Дым бы еще кинуть сюда. Специалист надо поближе. И протоколы, и дымы. Но, скорее всего, дым. Потому что дальше я отступать уже не могу, друзья. Что я подсвечиваю снайперов. Дыма у меня нет. И надо протокол помощи делать не на зелка, а на этого. На разрушителя. На всякий случай. Ой-ой, сейчас начнется, блин. Там генерал полный. Ладно, мы его можем держать одним героем. Надо отстрелить мэков. Генерал уже здесь. Стреляет по зелку. Капец. Разрыв, бонусный урон начинает получать. Зело заряжается, а толку? И мэк идет. Ой, сейчас зелот может умереть. Промахнулся, повезло очень. Еще один продвинутый. Тоже стреляет. Блин. Ой, повезло, 80. Зелот мог сейчас стасис уже уйти. Так, сюда нужен рокет, видимо. Еще не все. Нет, все. Так, внимательно, Миш. Во-первых, скорее всего, ракета. Да, не скорее всего, а точно. Погнали, раз. Я вижу 4 человек, на самом деле там 6. Дальше надо понять, что мы будем делать. Я бы генерала вырубил. Именно... Капец, у генерала 5 армора. Да, его надо вырубать героем. А здесь точно выстрелом всяких мэков-лучников выключать. Погнали. Раз. А вот вообще не факт. Пробуем. Есть, хорошо. Крит сработал. Есть опция еще сбежать, на самом деле. До снайперов еще не доходят. Да, сбежать хороший вариант. Если ты можешь сделать приказ на разрушителя. Не можешь. Можешь его увидеть? Не можешь, да? Вот отсюда, кажется, можешь. Отсюда, отсюда, отсюда. А издалека можешь увидеть его? Да. Еще бы ходик потерпеть. Приказ на разрушителя. Здесь ходим полностью. Здесь ходим полностью. Разрушители либо... Я, наверное, вот сюда его спрячу. Чтобы его просто не было видно. Все. Так, 4 человека осталось. Генерала мы можем холодом пустоты нейтрализовывать. Самое главное сейчас там щитовик, продвинутый, еще кто-то на овере стоит. Ну и как мне подсвечивать это, если он на овере там стоит? Так. Не видим. Скан сделать с места нет. Может прыгнуть на этом? Не можем. Блин, а я не могу просто так игнорить. Они же подойдут ко мне. Ладно, давайте сделаем так. Подойду к full cover, надеюсь, что не сработает овер. Потом сделаю скан, для того, чтобы понять, где они стоят конкретно. До какой клетки я могу подходить? Ни пуля, ничем. Ой, вижу. Раз. Генерал чуть назад отступил. Хорошо. Если нужно понять... Вот оно, мое действие, да? Нет. Вот оно, мое действие. Раз. Точно выстрел. Сейчас, 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 ребят, надо. Так, проявить бдительность, аккуратность.
И да, есть нормальные остатки. 3 человека осталось. Ну, включая, конечно, генерала, у которого там, я не знаю, сколько хитов. Надо F1 сжать и подсвечивать таким макаром. Тут пока ханкер будем... А тут заходим за просто. Они подошли слева уже. Наверное, стоит. А, я вижу же их еще. Overwatch. 2 человека здесь. Щитовик обычный. Генерал. Щит убран. Хорошо. Так, генерал пока не подходит, да? Скан пошел второй. Раз, подсветка. 66. Блин. Элитный щитоносец уже. О-о-о-о. Вот это криты. Вот это я понимаю. Здесь нет смысла. Прячемся. Ханкер. Ханкер. Щит. Ребята, 2-2 человека осталось. Плюс босс. А вот босс уже здесь. Они оба сокращают. Это уже хуже. Последний протокол сканирования. Снайпы никого не видят. То есть нужна все равно подсветка здесь. В надежде, что будет фланг у снайпов. Есть фланг у снайпов. Соответственно, меткий глаз. Погнали. Хорошо. Дальше бы холод пустоты сделать. Генерал, начинаем потихонечку мурыжить. Но я бы лут взял. Блин, зашел на 5 минут, сижу в час напряжении, говорит, не нафте. Да, XCOM он такой. Могу ли я подойти так, что увижу его? Да, могу. Подходим и, соответственно, бахаем на него холод пустоты. Нейтрализуем его на ход. Это раз. Один остался, 35 убито. Пойду под шумок лутать его. Миша, ты дурачок, конечно, тот еще. Вот не было печали, вот обязательно нужно вот, вот так вот сделать, да? Давай еще и ниндзю подставь, тут все, полный фарш. Он пропускает ход, он пропустит 3 хода. Нет, 3 хода. Почему 4 очка от здоровья украли? Мне бы у него еще армор снять. Ладно. Ну я лутаю, как. Ты такой дурак просто. Элитный приклад, топовый для снайпов. Так, там нет КД у холода пустоты. Нет, все. И на всякий случай хотел бы узнать. Дырокол раз. Холод пустоты 2. Можно стрелять по человеку, который в холоде пустоты. Ой. А, храмовника не хватало. Да, и у него защита, видите, меньше. Все, изи, унижаем генерала. Но это было близко, такой старт был. Вы помните, друзья? Прям прям И вызвать рейнджера, вы видели? Там баг. Опять. Тут нет, тут появляется вызвать рейнджер. Такая чушь просто. Ты, говорит, сам вызвал. Тут иконки вызвать рейнджер нет, понимаете? Нет иконки вызвать рейнджер. Но эксперты все еще утверждают.
Ну, он такой плотный, этот генерал. Все, что ли? Кажись, все. Третий регион освободили. Бах, упал. Но! Домой. Без ранений. Но там и наложка летает. У меня фатиг тут явно. 40, 41 тело. Ну какой старт опять? Если нет возвышения, то... Один потерян. Да мы сейчас его воскресим. Если он не эвакуировался, то... А на баге просто куда-то исчез с карты, то... Надо только вспомнить, какого он было звания. И надо вспомнить команды, которые возвращают. Ну просто снайпер взял, пропал. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. Снайпер 1, снайпер 2, снайпер 3. Все живые снайперы. Тандемные боеголовки. У одного снайпа, кстати, фатига нет у Женечки. Давай инстинкта охотника, наверное. Хорошая тема. С фланга наносит 2 единицы урона. Агрессия. Храмовник приуныл. Чуть-чуть не дожал. Волна, фанатичная ярость. Дальше копим. Жнец. Ну что, ребят, 170 материалов, инопланетные сплавы, наконец-то кристаллы, миллион трупов, регион освобожден, кэш данных, элитный приклад, 6 ядер Эллерия. Опять 4 планшета нагрузили. И сейчас внимательно. Во-первых, аватар должен еще на единичку скинуться, по идее. Да. И мощность Мстителя нужна, кстати. И я из конспирации вытаскиваю на материалы. Плюс 1175, но это еще как бы треть месяца не учитывается. То есть у нас 3 региона. Сюда бы еще инжа бахнуть. Которого у меня нет. Чтобы 20% бонуса было. Умру богатым, кажись. Ну и НЛОшка летает. Что у меня под НЛОшком? У меня не готова еще защитная матрица. Но вернулся, по крайней мере, топовый снайп, Женечка. Соответственно, есть храмовник-заступник, чтобы сражаться. Фатиг 6-7 дней. Это забейте просто. 4 мрельф, подчеркивание, 1 из подчеркивания, имба переподписан. 24. Спасибо, мистер Рельф из имба, за переподписку. Да, парочка снайпов у нас есть. Парочка — это маловато, конечно. Купи инжа. Да я думал об этом, но, скорее всего, мне придется потратить последние вот эти вот средства. Хотя можно купить инжа, потому что мы можем сейчас просто попродавать миллион трупов. Инж реально окупится буквально за там, месяц, максимум два. И наложка летает. Мне бы 4 еще дня, чтобы... Целенные бронеплиты. Не стоит он того. 13 ядер. Чистый изумруд. Обломки турели в таком количестве не нужны. Обломки мэка, наверное, тоже. Уже 200 баксов. Солдат Адвента тоже в таком количестве не нужны. Уже 250. Реально, покупаем инжа. Ставим его, увеличиваем инком здесь. На 20%. Тут 13, тут 13. Вот только в этом регионе 6 человек несчастных. А может, имеет смысл здесь рекрутингом позаниматься, пораскачивать регион? Плюс леймингов под псилабу, а? В целом, народ какой-никакой есть, но защитной матрицей с улучшенной было бы значительно проще. Я бы купил еще сплавов, чисто на будущее, потому что в следующем месяце у меня будет очень много денег. И, возможно,
купил бы еще одного. Дай пулечи на 80 баксов. Надо их стараться выкачивать. Штурмовик особо не нужен. Прицел, расширенный, модифицированный прицел, глушитель, защита. Продвинутая подвижность, внимательность, адаптация. Для поиска рекрутов нужен HR хороший. Это да. Это ты абсолютно прав. Ладно, планшет адвента, 3 штучки, это явно лишнее. Обломков дрон уже на такое количество гремлинов не нужен. Хотя... Прицел обычный по десятке. Приклад обычный. 160 уже из ниоткуда, понимаете? Подвижность, внимательность... Расширенных магазинов, настройки спуска. Просто 200 баксов из ниоткуда. Псионику пока оставим. Сейчас второй тир оружия можно попродавать будет. Что 200 баксов. Ну, смотрите, мне миссии сейчас больше не нужны, я пойду мощность Мстителя улучшать. Кем вы видите себя в XCOM через 5 лет? Там через 2 месяца непонятно, кем ты будешь. Ну, идите. Ну, я не могу эти миссии выполнять, все, наложка летает. В любой момент новая цель. Освобождение. Тут точно сидят эти. Тут точно безликие, друзья. 100% безликие. Давай убираем ученого. Надо вычислить его, пока есть возможность. О! Вычислили в другом регионе. Один безликий. Ну, там было 5 человек, и прилетел в регионе. Бдительность 10, сила 7. Я думаю, да, сейчас я буду разведывать. Поставил туда спеца. Сейчас выполним миссию. У меня же... сейчас магнитка должна быть у повстанцев здесь, у местных. Раз мы же новый тир оружия открыли, лазерное оружие должно замениться. И тут, кажется, у нас с вами какой-то специалист, не специалист. Мэка, к сожалению, нет. Попробуем. Да, вижу магнитку уже в руках у щеглов. Молодцы. Специалист. Специалист тут хреновый. 4 человека. Крыша. Давайте посмотрим. Все ради экспы. Но не уверен я сейчас. Посмотрим, что по силе врагов. Справимся ли мы вчетвером тут или не справимся? Как бы вообще не факт. Ага. О, повстанцы — лучшее оружие, где убивать XCOM. Ну, это следствие. О, увидели кого-то. Главное, чтобы не пул, блин. Убивабельные вполне. Там псионик один, солдат и дрон. Думаю, что с ними мы сможем справиться. Ага. Идет в мою сторону. Под меня, точнее. Повстанцы крайне неопытные. Всех вижу. Подхожим. Гаррет moving. Не знаю, сколько я здесь расстреляю на овере. Они возвращаются. Что, все что ли? Так странно прошли. Как будто увидели, но нет. Идут. Еще ближе. Вот сейчас бы спулить. Нашли, да? Да. Погнали.
Ну, ребят, все в ваших руках. Стреляйте, попадайте, пожалуйста. Есть минус один. Магниточка, чё? Не туда стреляешь, 86, дурачок. Ты что ты делаешь? Хорошо, пятерка. И... О! О! Вот это урон. Мое уважение. Дрона убиваем. Но здесь не подходим, здесь делаем оверы. Надо было только перезарядиться. Но он дернется, потому что он без укрытия. И мы его должны бодренько так расстрелять. Хорошо. Так, сейчас не торопимся. Сейчас как раз перезарядка. На всякий случай кидаю вак. Ну, черт его знает. Вдруг там призрак какой-нибудь будет, который тебя сразу шатнет. У нас есть скан, приказ, бегом, не забудь. На последний ход берем. Оп. Взлом, лазерный прицел. Ну так, мелочевка на 40 баксов. Не более того. Главное держаться более-менее вместе. Чтобы, если что, можно было ворваться. У нас численное превосходство должно быть. Там два противника плюс безликий. И, соответственно... Мы с... там бегом. А, вон, кажется, я вижу его. Давайте посмотрим. Пошел скан. Угу. А чё так много-то? Ой-ой. Это же мирный. Мне обещали одного безликого. Ну, написано было один. И у меня в регионе 5 человек. 4 со мной. Не сходится. Может, там ивент какой модифицирующий эту хрень. А, ну мы их за счет скана отдельно убьем от пака. Офигеть, как удобно. Да и не такие же они страшные против магнитки. Как же приятно, когда новый тир оружия, да? Нормально, нормально. Неудачник. С обычной пушкой. Он в составе пака? Но он тогда должен был быть с... Типа уже готовым, если он в паке. Подскажите, мне знаю, вы так скрыться из пули пака, они не разбегаются, начинают сразу стрелять. Чем это связано? Ну, это второй пул. Это нормально. То есть это... Гарантированно не стреляет только первый спуленный пак, так скажем. Так что держись. Я использую скан... Сокращаю очень хорошо к врагам. Может, даже с бодрящей гренки начнем. Там ребята очень простые. Два солдата досектоид. Бегом. Погнали. Ну, пулит человек без пушки, считается. Ну, предварительно... Предварительно, да. Делает всем приятно. Да, тут они даже не убьют. Если секрет будет стрелять... Он бы из пистолета не снял все хп. Гидро Иллерия еще одна. Поэтому мы даже тоже сможем флангануть.
Пробуем добить. Чуть-чуть не хватило. Ладно, сейчас, может, хватит. Этот флангует данного упыря. А второй добегает без кавера, на самом деле, да. До следующего, я думаю, что можно поставить. Хотя тогда он с крита может меня убить, да ведь? Наверное, не стоит рисковать. Да, наверное, не стоит рисковать. В ту сторону он побежал, к сожалению. На овер стал, окей. Есть ивак. О, кадавр при... Блин, кажется, кадавр 2 говорил про это, про змею, что она изи вообще. Ничего не умеет делать. Или раз-два. Что-то там раз-два-два или кадавр 2. Сейчас, кажется, мы нашли его. Мы его, кажется, нашли, вычислили безликого. Беги, кадавр. Так. Ну, в этом регионе можно до рекрутить до пятого. Ты попал в джакушку ловушкера. Что? Так, спеца надо отсюда убирать. Такое впечатление, что они гарантированно получают уровень, кем, каким бы званием ни были на таких миссиях. Мощность Мстителя плюс 3, это, конечно, класс. Отсюда убираю, здесь в рекрутинге до 5. Ну, летает НЛО, у меня для активности только один регион. Ну ладно, два региона, но здесь 7-11, как бы... Да и мне не нужна сейчас активность, вот в чем дело. А зачем тогда разведданные? Сиди в конспирации, дурачок, вообще такой несоображающий. Да, говорил, но встретил Архонт, сегодня еще немного поменяли, действует... А, немножко поменяли! Понятно, ага, угу. Просто потому, что у нее мало хп, а снимаешь 2-3... Она удирает, ага. А это хп снимает, понимаешь, к званию выстрела. С магниткой, а с магниткой ага. А на каком уровне сложности ты играешь, если у тебя 71 хит снимает пулеметчик за выстрелов с магнитки? Давай считать. Урон с магнитного пулемета. Мне кажется, ты играешь не на максимальном уровне сложности. Что-то мне подсказывает. Что-то мне подсказывает. Потому что мы берем, блин, пулеметчика с магнитной пушкой. Я сейчас тебе все покажу. Короче, это эксперт, который играет на изи, видимо, с сейвами. Капец, у него пулеметчик, змеюка. Причем они же фиксированные боссы. То есть они появляются на Alien Research там 10, 11, 12. И они для уровня сложности фиксированные. Производство предметов. Внимательно, внимательно, друзья. Производство предметов. Можно посмотреть на пушку? Блин, как же мне посмотреть-то на пушку? Не производя. Ну, можем на самом деле взять пулеметчика, да? Пулеметчика. Сейчас мы его поймаем. Мы поймали щегла, ребята. Держи, сейчас будем насмехаться над щеглом. Так, где-то здесь есть урон или нет? Extended info. Пушка Гаусса. Можно отсчитать от базовой, на самом деле. Магнитка — это второй тир. Соответственно, у тебя будет плюс 1-3, плюс 1-3. Соответственно, урон будет 5-8-6-9. Ладно, 7-11. 7-11. Два выстрела у тебя, да? Снимаешь 2 трети хп. У нее 71 хит. 2 трети, чтобы она начала убегать. Это у нас сколько? Это у нас сколько? Это у нас без 4... 50. То есть это 46. Как? Как ты можешь давать такие экспертные советы, скажи мне? Изи у него змея, блин. Загружайся, играй, как бы все, все. Скилл плюс 2, патрон, чух-шух. 18-26. Все равно мало, блин, в два раза не дотягиваешь. Просто признай, признайся, что что-то ты не договариваешь, блин. Он просто вчера рассказывал, змея, блин, да это изи, просто босс. Он ее вертел,
Я прихожу, меня змея так сразу. Я чувствую, что что-то не сходится. У меня вроде пушки актуальные. Все вроде нормально. Слушай, скинь сейв. Скинь сейв. На змее. Посмотрим на уровень сложности. Ты не слышишь, не все хп, а снять две трети одной полоски. Она не умирает. Я не знаю, в какую ты версию играешь, но она убегает, только если снять две трети хп. Добро пожаловать тоже в изи мод. Может, у вас там на другом уровне сложности она убегает после двух выстрелов? Просто скажи, на каком уровне сложности ты играешь, кадавр. Просто, вот честно, скажи. Для начала, играешь ли ты? И на каком уровне сложности? Только честно. Потому что, ну, уже не сходится просто. Предпоследнее. Точно предпоследнее. Точно предпоследнее. Ой, короче, сказочник. Сказочник просто. Вот и ты слушаешь иногда экспертов и думаешь, ну, блин, ну... Точно, я тебе не верю. Я уже тебе не верю, понимаешь? Просто не верю. Потому что ты разок меня уже обманул. Я тебе не верю. Ну что, полезли сюда, не полезли? Это, по сути, единственная миссия перед отключением у нас. Рейнджер безжалостный стоповый, скра очень хорошая с новой пушкой. Да, надо брать. Ускоряем, возвращаем. 10-12 будет. Погнали. Опасно. Представим, что ударил на 20, подбегает ниндзя, режет. Понятно, ты еще и фантазер. Фантазер. Ты меня называла фантазер. А мы с тобой не пара. Ой. Ладно, надеюсь, у меня тут есть нормальные люди. Ну что, 6 человек есть. Блин, такие чемпионы. Вот реально. Ну. Ой, ты капец. Так, есть заморозочка. Есть Рейнджер 1. Есть пулеметчик, кстати. Ууу, с пушкой Гаусса. Это, конечно, не магнитка. Я чувствовал, что что-то не сходится, просто что-то. Что-то, блин, не сходится. Так, это такой перехват, передатчик, хорошо. Нужна фыва. Ну, это мне... Я очень сильно подгорел вчера. Потому что чувак с пеной у рта рассказывал что, про то, что реально босс не очень. А босс меня заставил рестартануть миссию. Просто фактически я уже все. С рестартом сижу. Вот. И отчасти... А я же с ней там только один разок встречался. Точно не знаю, насколько она жесткая. Но думаю, ну, товарищ-то знает, о чем говорит. А он вообще в другом режиме, блин. Играет на другой сложности. Еще про сейвы его не спрашивали. У него там все... Все изи наверняка. Есть видео, я гляну. В смысле, тебя уже ни о чем не просят. С тобой все понятно уже. Есть видео, я гляну. Сейчас надо сделать скан перед тем, как заходить наверх. Дверь открылась. Глянет он, блин. Эксперт. Извинился бы для начала, блин. А потом уже... Возможно, от фывы бы увернулся. Так, я вижу врагов. Много врагов. Раз, два, три, четыре. Здесь еще дрон. То есть подняться-то я не могу. Странно, что мне показывает, что дрон, ну, не будет, не будет пула, а пул-то точно будет. Черт.
Так, начало не очень. Нет, в целом там враги это более-менее. Я по хп смотрю, офицер один есть. Но в данный момент я, например, ну... Особо-то и двигаться отсюда не могу. Давай запрыгнем искрой. А, не, можем пройти. Надо пользоваться этой возможностью. Ай-яй. Ты прекрасна, как фея. Ну, а я... Чтобы искру назад вернуть. Да хочется мне туда вот убежать, но... Еще кого-то спулил, что ли? Да ладно. Я просто Пак увидел. Опасненько, очень опасненько. Сейчас мы можем без... Без это самое, без... Пойдем от обратного. Я конкретно утверждал, что боссы... Ой, блин, пойдем от обратного, кедавра. Я даже читать не будем. Не буду. Ты давал совет, играя на другой сложности и, скорее всего, без хардкора. Давай пойдем вот от этого утверждения. И советовал мне по игре, которая не соответствует тому, где ты играешь сейчас. Пойдет от обратного. Иди. Такой, окей. Еще такой... Пошел от обратного. Так, спец не может пройти. А чё F, Куэрор? Чё ты пишешь F? Считаешь, что это самое? Все это неправильно сделали, что ли? Чё ты пишешь F? Это же респект, ты же понимаешь, зачем ты пишешь F? Press F, тупой респект, когда кто-то пал из бравых воинов, понимаешь? Чё ты пишешь? Чё, вот скажи, чё ты пишешь? Вообще понимаешь, что ты пишешь? А? Ой, ладно, все. Сейчас кто-то ливнет. Ясно. Начинаю наблюдение. А, Чумандр, докладываю. Ракеты артиллерийского комплекса ФИВА поразили цель. Цель успешно поражена. Да тут весь чатик поражен. И цель, и чатик. Так, все. Пытаемся сейчас. Не злись? Да я не злюсь, я ж просто беру и нет. И не злюсь. А, тебя все еще прикрывает, это плохо. Уже иду. Надо бежать. Да я подхожу. Ой, я даже близко к объекту не подхожу, если честно. Надо сдвигаться вправо, видимо. И так не надо подходить. Надеюсь, выпустят меня здесь, этого рейнджера. То застрял, не могу. О, а тут Мэг второй. Здесь становится тесновато. Хотя один Мэг второй ничего не сделает. Если бы тебя разрушитель сломал броню мамки, то мамка была бы изи. Что, может, там человек просто звезды сошлись?
Окей. Ты меня называла фантазер. Рейнджер очень медленный, как я не знаю кто. Возможно, я неправильно делаю, что оставляю его позади. Да его сейчас может Мэк перекрыть. Хотя он просто с разворота этого самого Мэка убьет. Но... Так, еще одна пачка. Этих можно подморозить уже. Мы уже близко к точке, здесь надо где-то эвак вызывать. Да, могут флангануть. Время есть. Правда, нет времени до подкреп. Тут дело даже не в эваке, дело именно в подкрепах. Мне любопытен... Да, получается так, раз... Прячемся для начала. Дальше чуть назад. Здесь чуть вперед. Что по взлому? Дезориентация. О-о-о! Стопроцентная дезориентация — это топчик. Еще большой запас неземных сплавов, но их у нас много. То есть одно боевое, если не справляемся, то берем инвестиционную штуку. Я бы подготовился в рамках этого хода. Ну да, пока спрятался бы. То есть 12 человек, я вижу пятерых. В целом эти напрашиваются, повторюсь, на Морозском. Новодворский, на тебя нету души свободы слова, либеральные ценности. Слон. Собираюсь 100 тысяч рублей на организацию профсоюза экспертов. Эксперты тоже люди. Так, ну погнали. Назад дороги нет. Погнали. Странники, ну пофиг. Смысл в чем? Мэг никуда не убежит. Эти нейтрализованы. Нам нужно будет справиться только с одним товарищем. Только для начала. Обязательно это нужно сделать. Надо закинуть эвак. Эвак, Эвакович, вот сюда вот закидываем. Сейчас мы спокойненько расстреливаем, флангуем. Выстрел по Мэку, раз. Брам. И... Может, двойной? Давай веер. Не, подожди, не трать. Овердрайв будем юзать или нет? Меня вот дальний еще беспокоит, что я его ж... Я ж его ж не вижу. Вот того не вижу. Давайте скрой подойдем. Чуть-чуть. И сделаем овердрайв. Все-таки. Надо этого бахнуть. И, возможно, помочь нам разбить Мэку броню или еще что-то. Хотя не особо это нужно. Главное этого убивать. Да? Извините. Ну чё, тут как бы... Стреляем из пулича. Мне первый раз пулич такой. Жёстенько. Жёстенько. Да. А мы точно Мэка убьем? Может, мы сначала проверим? Я чё проверять? Пистолет. С двух выстрелов вышел. И перемещаемся к нашим, чтобы... Ну, здесь стреляем. Бах. Эквип, конечно, решает, ребята. Вы видите, что творит эквип? Я в этой связи хочу плазму. Просто вход. Вход 5 человек. Да-да. Вход 5 человек. Странники пошли. С этим сложнее, конечно. Ой, там один вообще здоровый какой-то новый. Может, осколочный потратить, а?
Давай-ка сначала потратим протокол сканирования, посмотрим, вдруг здесь за стенками враги будут. Хотя я в углу прям сижу. Разве что он увидит пак на точке. Никого поблизости не видим. Ну, что это за хрен с горы такой здоровый? Странник-борец. Борцуха, что ли, да? Борец. Был борцом и умер борцом. Промах 81. И вокруг него... Кислота вокруг него при попадании. Да. Ну, фиг знает. Пожалуйста. Всех я не убью. Хотя еще искра есть. А дальний, может, не добежит. У искры тоже новая пушка. Ладно. Может быть и... Мертвее мертвого. Боезапасный исход. Подходим немножко. Почти справились. Царапина. Ладно, эта тварь бежит. У нее иммунитет к яду. Сейчас кому-то леща пропишет. Может и нет. Надо уже бежать к передатчику. Там же еще враги. Надо бежать. Откуда мы можем? В окошко мы можем пострелять. Потом. Ай. Поторопился. Получил леща сразу. Бей его из пистолета. Че патроны тратить из основного оружия? Бах. Вспоминать про такую опцию почаще. А, там загажено все прям. От и до. Так. А чё по взлому? Мы же уходим от точки. Капец, мы же уходим от точки. Рискую. Оставляю так спеца. Без укрытия. Но я возьму уже сплавы, потому что дезориентация... Тревога на карте поднимется. Но 7 человек мы вроде должны сдюжить. Тем более я помню, какие там люди. Там без жести. Есть. Большой запас внеземных сплавов. Это то ли 25, то ли 35. Но это много. Это очень много. Главное, прячься здесь. Координаты получены. Тревога. Видели, сработала тревога. Да и что, погнали. Кто? О, этого пока не видел. Две Найки и Архонт. Так, что по осколочной-то? Не достаем по осколочной. Так. Ну, я бы сделал все-таки выстрел по Архонту для того, чтобы просто метку поставить. У нее же клонение конское и... Тварь такая весьма неприятная. И с такими пушками... Что-то я не чувствую, не чувствую. Не чувствую Архонта. Что ты орешь? Все нормально, не кипишу. Так, овер. Я бы подошел все равно, как там. Не знаю. Хотя бы одну дезориентацию докинуть там. До Найки.
Может, и заморозим? Давай заморозим. А, давай. Странники опять. Ненавижу их, а. Так, осталось 6. То есть 2-4, окей. Эвакуация рядышком. Нормально стоим. И... лучше хантер сделать. Толпа странников частично отвлечет, я думаю. Плюс у нас есть осколочный. О, опять. Ребята, а может вы побежите все-таки в сторону, например, врагов в том числе? Два человека из этого пака должны бежать на врагов. Замерзшие. Во, все, стреляет. Найка озадачена, хорошо. Все. Так, что мы здесь делаем? Мы здесь подходим вот так вот. Лутаем. Пытаемся сделать элитные настройки ядро Валерия. Пытаемся прострелить. К сожалению, ближнего не достаем. Но достаем зато Найку вторую. И передатчик. 197. Вырубаем тех людей, которые на нас пошли. То есть левого, например, бить не стоит. Он за нас воюет. Так. А вот те, кто подошли, те подошли. Там Ная придет в себя. Но я, наверное, уже потихонечку передатчик буду мочить. Что до Найки при всем желании не дохожу. Я не помню, есть ли у меня дым или нет. Опасным. Да сейчас можно ошибаться. Да приходит в себя Найка снайпера. Она выбирает любую цель, в том числе и... ладно, не любую. Она может фунгануть и тут... короче, не надо. Не надо. А так можно подойти, конечно. Уже. Что еще можно сделать? Можно приказ на этого товарища. Он же видит Наю теперь. Ну так, чисто верным даже выстрелом 95. Что ранение тоже критично для снайпа. Хорошо. Этот вяжет Найку, а этот идет на меня. Глаза бешеные, шерсть дыбом. И стоит рядом со скрой. Здесь очень сложно попасть Найке будет. Тем более ей по лицу просто на тройку выбивают. Процентов 20 будет у нее. Да. Дезориентация, ближняя дистанция, ранение это. Это может попасть. С ракет, ну тоже чудом. Кажется, сейчас подкрепление уже идет, да, у них? Да, подкрепа идет. Но в целом, минус Найка раз. Здесь бы отойти. Овердрайв пошли. Да надо встать так, чтобы и Най увидеть, и... и передатчик. Отойти исключительно для того, чтобы кислота не разлилась. Ой, Луцецкий. Сейчас нельзя подходить. Мы здесь добиваем, скорее всего. О, рейнджер, нормально. Ты просто не застал этот момент. Довольно сложно... сейчас по горячим следам. Фактически это... ты же не смотрел трансляцию, не видел эти моменты, да, видимо?
Падает довольно слабенький пак, на самом деле. Я думаю, можешь сбегать тогда за лутом, раз... Раз тут такие простые ребята. Ну, это еще не все. Еще ж есть, конечно, остатки на карте. Но их тоже немного. Погнали. Ладно, обходим. Передача данных. Два хода осталось. То есть тяжело его отстрелить. Передатчик забираем. Готово. И перезарядился. Начинаю отвлекаться еще. Пять странники, но с ними в чистом поле нормально можно воевать. Этот отступает на 4 хита, у него урона, там, не знаю, 5 урона может быть. Он не попадает, в принципе. Подбираем два ядра Иллерия. Оно того стоит, друзья. И все, уже идем на эвак тогда. Прям можно целенаправленно двигаться. О, я его вижу. А лучше перезарядиться и сделать верный выстрел. Потому что 4 хита с Гаусски мы сможем снять вообще без проблем. То есть у него 4-7. И либо царапина, либо... Царапина. Давайте, раз уж я взялся за него. Один пак не убили только. Ну, где-то там в начале. Бегает. Ну, все подлутали, сломали вышку. Что еще? Ранения не получили, что важно. Надо на каждую миссию брать пулеметчик сейчас. Все, уходим. Уходим. И похоже, это последняя миссия до атаки НЛО. Надо и бдительность понижать в двух оставшихся регионах. Возможно, даже взяться сейчас по исследованию планшет повскрывать, чтобы подключать еще соседние регионы. Потому что, мне кажется, перспектив... Вот активности в регионе, где там 7-11 или там даже 5-10, очень мало. Там есть смежные, мы же освободили Европу. И, соответственно, там стоит вышка. Мы можем за 100 разведданных подключить еще. Рейнджер говорит, я же ответил, представлял вчера, понял все мог. Да, ну вот у нас часто эмоциональные такие есть высказывания, потому что игра провоцирует на эмоции, особенно если на хорошем уровне сложности. И, конечно... Во! Первый пулеметчик, который до штаб-сержанта докачался. Двойной выстрел появляется уже сейчас. Есть еще подрыв, но я хочу прям дамаг-дамаг, двойной выстрел. Дальше идет серия выстрелов. Там еще есть разрыв, беглый огонь. Он стрелять может каждый ход по два раза. Безжалостность... Прекрасный скилл. Мне нравится. 20 сплавов всего лишь, 3 ядра. Элитная настройка спуска. Вот, кого-то там вскрываем. Но да, нужно сейчас планшеты и кэши данных вскрывать и подключать регион. Вообще это первый приоритет. Контакты с сопротивлением. Хочу. Надо брать. Ну, я смогу вытащить инженера просто из... Ну и НЛОшка летает. До конца месяца я в подвешенном состоянии. Зажигательные гренки. Силовая броня под вдохновением. Не, выбирая между силовой броней и плазмой, я буду делать плазмы, как советовали. Но для начала я бы парочку планшетиков вскрыл. Мне нужно 100 разведданных для того, чтобы подключить новый регион. Защитная матрица доделывается. Неужели успеем? Еее! Я, кажется, готов к штурму. Во-первых, улучшаем ее сразу же. И бахаем туда инжа.
Ну что, друзья, готовы от инложки отбиваться? 50% вероятность, что у нас триггерится. Скэтман тоже пулеметчик, и мы его купили. Купили, наняли. Точно в цель, но точно в цель фигня, на самом деле. Ничего урона, это надежнее. Вот эти вот первые два с... И дырокол, естественно. Не хочу шквалку. Вот. Тут и фатижные через 4 дня снайпы все вернутся. Советника убежища какого-нибудь. О! Этим саботажем избранный добился своего, вселив во многих наших солдат страх к преследователям. Что? Это негативные черты или что? What? What? Я не понял. Что за страх? Я не боюсь. Еее, контакты с сопротивлением. Мир странников прошло. Кто-то восстановился после ранений. Я бы убрал инжа отсюда. Контакты 5 из 5, видите? И начал хоть энергокатушку доделывать. А что в зоне испытаний? Зажигательные хорошие, конечно. Зажигательные хорошие. Мастерскую не доделал. Давай, может, мастерскую сначала доделаем по-быстрому. Там, глядишь, гремлины разлетятся, инженеры тебя освободятся. НЛОшка летает. На всякий случай, друзья, если вы не знаете, что за НЛОшка, НЛОшка, она может закончить игру. Когда прилетает к себе НЛО, только те люди, которые свободны, то есть которые не на миссии находятся, ты ими можешь оперировать. А учитывая то, что эта миссия жесткая, там 30-40 человек, не знаю, скорее всего, бесконечные подкрепы, тебе нужно уничтожить передатчик, продержаться и эвакуироваться. То есть это как бы не вояж вообще нисколько. Я просто принимаю как, ну, принимаю как есть ситуацию. Все, ничего не ищу. Готовлюсь. Исследовать-то, конечно, исследую что-то. Тренируюсь там как могу, но... Нет. 100 сплавов, Иллирия нет. Денег плюс косарь будет в начале следующего месяца. Назначается в убежище, есть разведданные. Мне бы соточку, реально соточку. Еще один планшет сможем? 3 дня. Давай, конечно, данных, он здоровый. Мастерская доделается, зажигательный. Центр тайных, достойный прием, рели питания, партизанская школа, леммингов нет. Здесь надо было перепроверить. Офицерские способности, видите, у нас 2 специалиста уже готовы. Вредитель. Доп здоровья. А, если у вас срабатывает тема, что НЛО типа улетел, и вы его не видите на карте, стало быть, ну, а, нет, такого нет. А, должно типа событие пройти, и потом... Да, 34. Ну что, погнали, подключаем следующий регион. Я думаю, надо. Я думаю, надо. Разведданные нет, силовая нет. Что на плазму нужно? Кристалл Иллирия. Блин, как же ты меня... Я не помню, что там по исследованиям. У кого... Кажется, у Крисалида патрики хорошие. Ну, типа флешеты, которые по плоти бьют. Разбери ядро. Да, кстати, ядро быстрее разобрать. Разбор обломков.
Расшифровка. Турелем, безликовым. Лерево реактор. Вот. Ну там 7-9 лерий тебе дают. Разобрали. Плазменная винтовка, погнали. Дорогущая, но это последний тир оружия, понимаете? Последний. А, крутые патрики у безликих. А давайте я, наверное, сначала патрики сделаю. Сейчас с пробиванием брони мне особенно нужны патрики. Что из трупов можно получить? Как правило, сплавы. Ну или продаешь ты их. Ну или они нужны для всяких точечных вещей. Так, ну вот оно. Мы достигли максимума. Чемандер. Мы достигли максимума. Все равно не хватает контактов с сопротивлением. Поэтому я замедляю строительство мастерской. Подключаю, получается, 6-й регион. Но здесь пока у нас бдительность должна постепенно уходить. Я, правда, не вижу. Я вижу силу Адвента 8. То есть, как бы, смежный регион. Здесь вообще мне может прилететь атака. Но она вроде как так рано не пролетает. Ой, найти бы регион нормальный. Подключаю. Все разведданные в салат. Личный пример у снайпа есть. Это круто. Это очень круто. Я отправлю еще одного спеца учиться. Я помню, что была там такая возможность. Что спец на НЛОшке все равно особо не поможет. Спецы идут на разведданные, на дополнительные, там шанс, чтоб прокнули. А снайп на личный пример. Рекрутинг до пятерки не докрутился. Заступника второго вытащили. Со второй попытки, правда, но провал! Да там сколько было, блин, 13%! Два раза по 13! Игра! Игра! Просто месяц секретных заданий коту под хвост. Капец. Сорок два засады, но это пофиг. Это уже хорошо. Я сейчас не могу оба кого сюда отправлять. Тут вроде механика такая, что 50% освобожденный регион убивает. Не, если до 5, то уничтожается. Если больше 5, то разбегаются по соседним регионам. Кажется так. Ну что, сейчас... Так, назначается в убежище, назначается в убежище. Здесь мы нашли, да? Вскрыли безликого. Что там? Игольчатые патроны. Доп урон нероботизированным целям. А, и способны пробивать броню. Давай-ка посмотрим. А что исследовать? Ну, возвращаемся к плазменному оружию. Пуля при столкновении рассыпается на мелкие, повреждая броню. Игольчатые. Сверхтонкие на планетах способны пробивать броню, нанося доп урон нероботизированным. В сочетании... Нет, не в сочетании. То есть надо понять, как роботов убивать. Надо слетать, скоро грейдить гремлинов. Что нужно сейчас в зоне испытаний. О, улетело. Но ивент не закончился. Сейчас будет нападение. Ребята, держитесь. Вы видите тарелку? Она есть. Это, кстати, маркер, насколько я понимаю. Уже 3 из 3 такое событие. То есть, если тарелка улетает из рейнджа, и вы ее на карте не видите, то в течение ближайших там нескольких часов, то есть вы можете поотменять миссии и успеть, она прилетит. Сейчас увидим. Да, вот она. Нет, это мы подключили регион. А вот и тарелка, да, это оно.
Это, кстати, чит. Слонидзе, смотри. Можно использовать. Уклонились? Да! Нет! 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 Мы смогли избежать! Да! Ой, 50 на 50. Как бы игра закончится или не закончится. Вернуться с предыдущей точки. Все, теперь активничаем, друзья. Тут сила адвента 6, бдительность 7. Фух, ну чё, 13, 8, 10. Давайте начнем с... Верим, что здесь нет безликих. Ты дурачок? Поставь снайпа и демите, и ему сканер. Блин, так мы спрятались от него, реально классно. Так, производство предметов. Сканер, сканер, сканер. Мне просто нужно как можно быстрее определить... Обнаружить безликих здесь, в регионе. Так, хорошо, поставили. В целом у нас бойцы есть. Я думаю, все равно мне нужно два региона, несмотря на риск получения леща. Надо, во-первых, здесь с конспирацией уходить. Сила адвента 6, конечно, дичь. Поехали. Разведданные. Ученый. Ну, надо сейчас активничать, друзья. Надо сейчас активничать. Правда, я соберу в конце месяца непонятно что. Просто остатки какие-то непонятные. Здесь дичь, конечно, тоже. Непонятно что. Я бы в конспирации пока ушел и поставил на всякий случай еще одного. Мы одного только набрали. Ну и посмотри один, кто это будет. Дальше что? Дальше надо думать о том, как мы будем этот косарь тратить. Назначается в убежище, хорошо. Уже почти все скупили, ученый не нужен, штурмаш этот особо не нужен. Если буду покупать, то людей, которые полезны сразу с сержанта. Типа снайпера, пулеметчика, рейнджера, может быть. Тут мы добрали двух леммингов и попутно тоже продолжаем. А где сканить будем? Хороший вопрос. Давай пока здесь. Что? Из откуда заиграла? Это у слона. У слона. Стартанул стрим, слон. О, я думаю, что такое? Неужели кто-то это самое в этом, в, знаете, эдон какой-нибудь просто с речью вместе. Классный врыв. Работает. It's my life. It's now or never. Погнали. Да, воркшоп готов. Погнали. Во-первых, убираем отсюда инжа, раз. Ставим второго инжа сюда, два. Дальше ставим, соответственно, сюда гремлина. Ставим сюда еще гремлина. Дальше грейдим, скорее всего, мастерскую. Убираем инжа из... Не, не можем убрать. Убираем пока из отсюда. Ставим сюда. Сюда. То есть это выигрыш двух инжей. Соответственно, у нас на раскупке двух или... А, ну мы же еще двух поставили, да, все нормально. Звук в игре пропал. А, не-не-не, все нормально. Нормально. Есть уже звук. Я не знаю, каким макаром мне в этих регионах
слишком загаженных адвентом активничать. Здесь надо вычистить Безликого, подождать недельку. С начала следующего месяца сюда ставим ученого. Так, избавились от возмездия и назначаются в убежище. Я хочу здесь добрать товарищей. Разведчик. Да, провел я этот месяц без ресурсов. Почти выполнил 2-3 миссии только. Зажигательная гренка. Топчик. И я не нашел никого в этих регионах. Сейчас то, что буду находить, это... Хотя нет. Опа, эвакуируйте из города, улика. С пакет данных, специалист. Ну, и чисто ради опыта, ради ресурсов я сюда буду идти. Понимаю, что 13-15, у меня люди заряжены. Я должен сюда идти, проникновение больших групп у меня есть. Поэтому давайте формируем связи. Раз, два. Раз первая миссия, почему бы и нет. Дальше обязательно нужны специалисты, которых я раскидал по безликим, помните? Рейд сколько? 4 дня! Да! 4 дня — это очень хорошо. 4 дня — это можем 5 человек. Так, давай с рейда начнем. А, у меня же проникновения нет, а там 20 человек. Это мы вчетвером на 20 человек пойдем. Храмовник точно. Заступник уже сомневаюсь, если честно. Ну, как ни странно, рейнджер. И снайпер, скорее всего, так. 4 человека не помещаются уже. Блин, вот что я разведданные-то не взял? Надо было вскрыть планшетик. Но втроем на 20-ку идти, конечно, хреновенько. Может, попробуем уместить, а? Это сложно, там будет десяток человек в одном из паков. Ну, 8. Если не идти, то сила адвента здесь возрастет. А, я ж планшет успею вскрыть за 4 дня поиска. Спасибо, я уже туплю, тороплюсь. Вы правы абсолютно. Абсолютно правы. Мы как раз 20-ку можем. Давайте кэш. Ну, я дурачок. Сейчас вместо того, чтобы лететь там втроем, вчетвером, мы полетим вшестером. И облегчим задачу здесь в регионе. Давай, храмовник. Ну, бог с ним, заступник, потому что эквип хороший, его надо качать до конца. Снайпер плюс ниндзя. Ну, вместе работают тоже. Ну, ниндзя здесь нужен. И... давай, рейнджер. А не поместится ли 6-й? Ну, выбери любого. Поместится. Если мы там сильно по предметам не продвинемся, давайте посмотрим. Голдпап. Он пробивает броню, ему... Только он не пистолетный пока еще. Заступнику надо бы выдать вместо обычной гренки, наверное, какую-нибудь газовую гранату. И зажигательную тоже было бы неплохо. Паук хорошо. С
Здесь пошли моды. Лушаки накидываем сразу же попутно. Ниндзя для подсветки, но я все равно возьму ему топорик. И, наверное, кроме плиток, еще и жилет из нановолокна для того, чтобы уменьшить вероятность крита. У него еще 20 очков способности, но мне кажется, надо выбирать что-нибудь в лейте, когда откроется. Рейнджер, естественно, так, естественно, так. Дробовичок маловероятно, но... Ладно. Бронебойку все-таки выдам, потому что мне некому броню пробивать. Возьму еще ему аптеку. Зилку тоже возьму аптеку. Вот надо аптечку Зилку, у него же как раз и навык такой. Да и бегать на этой миссии смысла нет особо. 20 человек. Поместится ли снайп сейчас? Не помещается, 96%. Но мы пока еще не навесили все глушители. Так что давай посмотрим. Модифицированные. Улучшенные. Здесь тоже бахаем модифицированные. Так, это да, это да. Это да, это да, это да. Так, кто у нас еще в стейке? Да, если мы поменяем глушак, можно избавиться, кстати, от еще парочки предметов. Если мы здесь снайпера уберем, скажем, мод прицел поставим, мод глушитель, то уже тютелька-в-тютельку, но помещаемся. Но это рискованно, конечно. В идеале надо убрать пару предметов. Например, обычную аптечку. Что весьма приблизительно это. Я уберу еще один пробивной патрик. Просто надо запомнить, что 101% все равно. Давай мы второму снайпу еще глушак дадим. Да, пистоль Гаусса инженеру, конечно, надо брать. 102%, 20 человек на 6. Это хорошее начало. Прям, ух! Ну, ложка зависла такая. Сидит, ждет. Ну и на эту миссию эвакуируйте из города. Ответный огонь герметичный. Яд, огонь, лед. И у нас не будет консилмента. На эту миссию я бы все равно брал бы какого-нибудь... Храмовника, потому что, во-первых, на него все есть. Его нужно подкачивать. Специалист нужен. Но, опять же, если мы вытаскиваем специалиста, то отсюда. То есть, рейнджер-спец. Да. И по эквипу. Ну, а что нам на две миссии не набрать? Естественно, берем. Вытаскиваем советника убежищем. Где он там? Что советует? Кому советует? Не помню. Советник убежища. Вот он. Алиска. Алиску надо вытащить. Алиску надо вытащить. Откуда мы Алису тащим? Это Эдемити. Алиса здесь. Да, она тут особо не нужна. Потому что мы набрали только одного человека в этом регионе. 9 дней нам позволит значительно снизить количество, базовое количество врагов. Так, рейнджер плюс спец. Храмовник пока в соленовом. Нужна такая более-менее бодренькая маневренная бригада. Искра хорошо вписывается в эту тему. 7-9 на 4. Не снайпер. Скорее даже гранатометчики. Пулеметчик тоже неплохо.
7-9, 5 человек помещается. 7-9, понимаете? Мы впятером вот с такой активностью снижаем до 7-9. Следующий, конечно же, не поместится, но... Кого лучше взять? Пулича. У него подрыв есть. Это минус кавер сразу. Не наносит урона целям. Или все-таки гранатометчика. Потому что контроля очень мало. А для движения реально нужен гранатометчик. Я бы произвел еще ему... Гренку. Где она там? Мутоновская, которая плазменная гренка. Это колоссальный левелап для гранатометчика. Здесь так, здесь так. Можно даже зажигательную сделать тоже. Да. Гранатомет бы ему еще сделать. Потому что дешево и полезно. Семь-девять поместились. Рейнджерс ДПСом. С специалист хороший. Перспективный храмовник. Отличная искра. Гранатометчик. 7-9. Погнали. Класс. Я думал, что нереально в таких регионах активничать. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте теперь здесь миссии искать. У меня есть кому лететь. Новая цель. 7 дней. Набор ресурсов. Странники. Очень много негатива здесь будет. Очень много. Скипаем. Новая цель. Это Liberation, остатки. Так, тут у нас уже 10 человек, но я доведу до 13. Я прям такой. Два дня. Уменьшите силу врага. Охренеть просто. Тут бдительность 12. Я хз, что делать. Здесь атака может быть. Не уменьшаю силу врага. Да, там семерка будет. Пока в офицерке некого качать. Саботаж аватара. Игольчатый Патрик, честь меня. Вирус И говорит, помоги срочно, захватил власть на Т и забанил на собственном канале. Что ты предлагаешь? Я не смогу, хотя, может, и смогу. Давайте смотрим, там скоро атака уже избранного будет. А мне нужно 3 максимальных звания в этом патче для того, чтобы... Аватар прогресс. Приказы-то хорошие, а толку нет. 750. Блин, стырили. Значит, в левом регионе безлики у нас, друзья. Что точно не здесь. Тут у нас безлики сидит. Собака. Ну, там был ивент на внедрение безликих. Сейчас, подожди. Ищем безликого. Реально, ниша свободная есть. Вспоминает спочнуть, но это проблема штурм избранного. Да-да-да. Так, ну что, я собираю в любом случае. Капец, такие терроры будут. 4 дня, ученые. Спасите, помогите, ответный из камеры Адвента. Ну, давайте. Тебе зачем мне эти миссии?
соляного, только бдительность скрутить наверх. Неправильно это. Расшифровали кэш данных. Возвращаемся к исследованиям. Чувствую, я теряю контроль. Контроль? Контроль. Собираем деньги, летим на черный рынок, покупаем малярии. Да, новая цель, где что? 9 дней, хорошо, ресурсы хорошо, полечу еще сюда. Здесь уже 11, ну я до 13 кручу. 1145 в следующем месяце нам выдадут. Лазерный прицел представляет. Я продаю 2 лазерных прицела, я богат. Покупаю. О, уже по 3 продается. Инопланетных, во-первых, кристалла Иллерия за 200. За 200, серьезно, ребята. Специалист. И 2 Пулича. Савелий Игнатьевич. До 90 беру Пулича. И беру еще одного Пулича. 100 баксов. БСП слишком дорого в Канаде в своей, блин, уже. Ультравзлом хорошо за 45 баксов. Взлом обычный. Что там еще? Планшет, фигня, глушитель, элитный расширение, элитный приклад. Поглощающий. Все, денег нет. Все, уже 370 баксов. Пришел шопиться голодным. Погнали. Ну и, может быть, имеет смысл реально сейчас переключить в этом регионе на материалы тоже. Активность 13-15. Что нужно сделать? Разбойное нападение. Старт без скрытности. Это же совсем другая история. Беру 2 ниндз. Штурмовичка. Гранатометчиком. Пулеметчиком. 7-9, неплохо, на 5-х опять. Так, мне бы мечик здесь сделать, да? Погнали, на Queen Barracks. Что у нас есть по пушкам? Театр Баша гауссовского нет, 2-го. Дробовик Гаусс. 1-го у тебя даже нет. 1-го дробаша Гаусса нет. Какого 2-го? Патроны такие. 13 маневренность. Капец. Да нет у меня модуля на маневренность. Много разных модулей есть. Реально много. На маневренность нет. Либо на бегу убирает перезарядку, наводка. Нет, ответный огонь. О-о-о! Ответный огонь штурмашу. Прикиньте, вы идете фланговать чувака, делаете выстрел. Он, соответственно, не умирает. И если он начинает стрелять в вас с фланга прям, ответный огонь сначала происходит. Или, кажется, сначала даже. Один раз заход, ответный из атаки по области. Не срабатывает при стрельбе по вам из наблюдения. Это кажется очень хорошая штучка. Так, мне нужен клинок еще. Доработанный хранитель теней. Дуговой клинок. Восемнадцать маневренность. Даже не знаю, что ему еще брать. Давай гренку одну. Штурмовику элитный лазерный прицел. Такой штурмак. Тут несколько тиров оружия, несколько типов оружия. Все пушки нарисованы, каждому отдельные моды нарисованы. Вот расширенный. Семь девять.
Так, Чапулич. Чапулич, Чапулич, Чапулич. Маневренность. Я беру контактников 7-9. Поместился бы, конечно, 6, было бы круто, но не поместится. В пятером на 7-9. Ну, ребята с мясорубками, близкими контактами, траншейки. Гранаты хорошие. Пулеметчик вроде есть. Может, раз уж у нас пошли пулеметчики, надо им еще виброножи какие-нибудь сделать. Стоит вообще копье. 10 материалов и сплав. 4-7, 2-4, x2 урона ближнего боя. Не нравится мне все равно эта тема. Не нравится. Давай, шкалка пригодится. Реально может помочь. Гарантированное попадание. Погнали. Возобновляем нашу с вами активность. Еще 5 дней. Liberation. Из транспортного средства. Но 16-18 надо в Соляново пытаться. Надо пытаться в Соляново проходить. У меня есть специально обученные лемминги. Далее. Я, правда, не знаю, зачем мне освобождать сейчас регионы. Так, вот оно, ускоряем проникновение. 16-18. А было 19-21. Нормально. Погнали. Уу! А, ну что, рейд за материалами. У адвентовцев трындец как много. Сила высокая, бдительность запредельная какая-то вообще. Подключил регион, ничего не смог сделать. Подключил регион, кое-как там ковыряешь. Смотрим. Что у нас здесь? 6 человек, кажется. Надо докачивать, сейчас надо делать следующее. Надо брать заступника и вливать в него экспу. Делать из него мастер-сержанта последнего, соответственно. То есть дилком стараться не убивать вообще никого. Слышу турельку. Есть возвышенность, уже хорошо. И слева, и справа. В общем, одинаково. Два поджога, два яда. Пока сдвигаюсь направо. Пока закидываю сюда. А, вот у них что. Солдат может запаниковать при встрече с избранным. Короче, все получили лишнюю агрессию. Не, не все получили. Не факт, что это правильный ход. Ну, я бы сделал разведку местности, конечно, для начала. А, у меня два снайпа. 18 человек. На 6, на 18 это очень по-божески, так скажем. Очень по-божески. И слон. Стоп, а у меня рейнджер здесь случайно не предпоследний. К-сержант. К-сержант это как? Это К-сержант, это предпоследний. Нет, это предпоследний. То есть им по два уровня нужно. Блин, кажется, от атаки избранного мне уже не избавиться никак. Увы. Ладно. Слышу, мэков идут на меня прям. Второго тира мэк. We got an enemy squad here.
Ёпарасоте. Так, две пачки рядом. Блин, могут слева выйти. Хрень мешает для стрельбы. Турелька-то понятно. Я видел Мэка, а потом увидел четырех. Блин, мутонов, не мутонов, не знаю кого. Надо наверх забираться рейнджером. Чтобы этих прикрывать, этих прикрывать. Мне что-то не нравится мне этот респ, если честно. То есть мне тут снайпы чуть ли не сразу вот с угла простреливаются, и это значит, что... Это значит, что отлет. Отлет. Отлет, отлетович. Так, давай посмотрим, как они будут двигаться. В целом, огневой мощи нам должно хватать, чтобы пак просто ушатывать заход. И... Ну, возможно, стоит, по крайней мере, одного снайпа перевести влево как-то. Не знаю. Это слишком близко. Может, реально передислоцироваться сюда? Ну вот эта хрень мешает. А если вправо? Вправо тебе вот эта хрень будет мешать. Либо ты в самый угол куда-то бежишь, либо... Одно из двух. Давай разведчикам для начала посмотрим. Что у нас... Кто у нас здесь? Могут и выйти сюда. Далековато. Понимаете, если я сюда подойду, снайпы не будут стрелять вот с этой позиции. Здесь тоже половину ходов, они не алё. То есть мне по-хорошему нужен другой... Да даже вот отсюда будет лучше. Погнали. По крайней мере, у тебя дистанция до снайпов больше. Хотя тут все равно дырявое все найдем. Я думаю, мы места откуда пострелять. Не, ну я реально не хочу с... У меня полуукрытие, человек выходит, full cover, и видит двух снайпов. У них такое количество здоровья, что они не выдержат вообще ничего. Они сдуются сразу же. Им нужна дистанция. Там... Бронеплиты у тебя, не бронеплиты. Пш, вообще плевать. Вот. Тоже отсюда потихонечку будем двигаться. Ставим сюда разведчика. Ставим сюда одного снайпа. Но это все равно далеко не идеальное место, естественно. Я бы еще прошелся дальше, бы посмотрел, что там по пакам, не пакам. Тут тоже могут сбоку выйти. Маки-то тут ходили, помните? Стало быть, да.
Там уже эти мутоны элитные появляются. Как они там называются? Спулил. Нет, не спулил. Черт, ну... Конечно, тоже такая посредственная. Я могу запрыгнуть наверх, конечно. Немножко разделились. Я по краешку иду. Вижу, там мелькают люди периодически. Вижу мирных. В целом можно попытаться спулить с фланга. Да, тут тоже, видите, возвышением и не пахнет. Куда я зашел? Нету там ничего. Нету. Ну что делать? Если я займу эту крышу, я буду по центру. Мне кажется, надо... А вот из-за этого здания я нормально снайпами, скорее всего, не постреляю. Что делать? Или забивать на возвышение, уходить в угол просто. И оттуда улыбаться. Там нет машинки, нет машинки. А вот на эти интересные я могу запрыгнуть? Удочки трансформаторные. Я боюсь, с этой позиции ничего тоже не получится толково. Может, с этого угла начинать? Ну, они тогда тоже будут мазать. Вот эта вот штука будет мешать. Их по-хорошему нужно ставить где-то впереди. А впереди это уже центр карты. И... Короче, побежали в угол. Ну, потому что. Потому что здесь к нам могут выйти сзади, могут выйти слева. Да даже прямо мы не можем нормально стрелять, получается. Все вот эти вот позиции пока из возможных, они меня совсем не устраивают. Лучше потратить 3-4 хода дополнительные. Уж встать так встать. Чем потом сожалеть, что тебя там во фланг выпрыгнул Мэг. А ты как бы вроде как знал, что такое может быть, но забил. Ну, дальше будем смотреть уже, как. Чё, как? Врагов-то немного на такую большую карту. Там 4 пачки по 4-5 человек. Просто они жесткие будут. Ну вот так. Ничего страшного. До сих пор не могу увидеть врагов. Мирный со своими 30 баксами, конечно. Так, ну и чё? Я в результате ушел от этих гор в сторону. Осознанно. О, эта машина недостаточно высокая, чтобы на нее просто запрыгнуть. Кажется, нет. У меня не работает крюк. Не работает крюк. Можно двигаться вперед уже потихонечку. В целом, снайпер на месте. Наша задача, главное, держаться более-менее вместе. Чтобы без неожиданностей. Увидели кого-то? Так. Блин, такие паки, капец, вы видели? Это вообще не просто будет. Ну там жирная пачка. Прям дико жирная пачка. Так. И снайпы у меня, соответственно, не будут так хорошо работать, да? Бежать вперед я тоже не могу.
Или это два в одном пака было? Сделайте клипчик, я буду... Показалось. Ёпресеты. Там две кучи врагов, все 18. Первая позиция была лучше. Так, я буду еще выбирать место. Да там такое количество мутонов, что мама не горюй. Пытаюсь найти возвышение. Это не возвышение? Я не похоже. Я думаю, там 10 человек стоит. И там мутонов. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня нет ракеты. Как бы снайпы тут не вытащат столько урона, вы чё? Им нужна там настолько дикая дистанция, чтобы это... Клипчик сделал. Там моргнуло, но хорошо, что я здесь не остался. Так, ну как это не смешно? Мне нужно возвращаться назад. Точно, здесь, по крайней мере, более-менее открытая местность, Миш. Ты как-никак будешь стрелять. Так-то да. Капец, такая жесть. Это просто жесть. Снайпером без возвышения здесь делать нечего, друзья. Просто нечего делать. 18 тел убить. 18 тел. Бля, 18, 18, Миш. И там эти тела уже килограмм по 400, блин. Там две пачки просто. В одной 10, в другой 8 человек. Мне нужно начинать с гренки, но так, чтобы... Блин, так, чтобы снайпы стреляли. Как это сделать-то? Ну, проверь еще один угол. Вправо уходи. Что делать? Что делать? Вариантов вообще немного, Миш. Я всю карту обойду. вы видели? Там присмотрите клипчик. Я не все успел считать. Но то, что успел считать, мне уже хватило этого. Так, есть жнец, если что, у слона. Ну блин, так еще такой беспорядочный будет, просто врыв будет. Ну ты видел? Ты видел? Да. И они сейчас спокойно могут на меня выйти. Причем оба пака могут выйти. Ой, а здесь возвышения тоже нет. Там впереди есть домик, но... Пока что я занимаюсь просто тем, что пытаюсь найти место, с которого типа можно будет как-то повоевать. Но это мне все равно больше нравится. Здесь фулл-каверы, при этом открытая более-менее зона. О, а это что такое? Тут есть какое-то здание большое. Confirmed. Там есть какое-то большое здание. И оно довольно близко к углу. Или мне показалось, или там многоэтажка. Здесь знак. Просто знак.
О, нет! Ну что, это место лучше, потому что здесь трансформаторные мешают. Я думаю, надо располагаться где-то здесь. Снайпов подальше. Козелка поближе. Заступника тоже. Это знак, беги. Да, это знак, действительно. Или все-таки добежать. Посмотри, ну это я в центр иду. Лучше угла мне не найти. Так, рейнджер должен быть чуть-чуть поодаль. Ну что, ребят? Ждем пачку сейчас. Ё-моё! А вот и она. Ну, начинаем с этой, чтобы зарядиться. Снайп видит. Ну, вообще надо. Погнали. С богом. Сразу эвак. О-о-о, царапина на 10. Ёпы-рысоты. Там мэк второй. Там щитовик есть. Снайп не видит ни хрена здесь. Нужно разбежаться немножко, чтобы нас не забрали. Надо чуть отступить, ниндзей. Капец. Эвак, кидай, эвак, дурак. Ой, это слабенький типа пак. Два пака по 8, по 10. Активно 13? Нельзя так близко вставать. Ну как бы минус ногти, как бы. А и эти спулились. Что? Призрак делаем. Пытаемся подсветить. Видим. Они пока стоят. Одна цель. Одна цель, блин. Даже метки глаз нельзя тратить. Они не знают, откуда шум. Можно пока порастреливать. Второй снайп. Найди цель, пожалуйста. Есть две цели. 62-30. Целеуказание быстрое. Щитоносцы, конечно, надо бы забрать, но... Активно 5, активно 12. 7-7. Пробуем щитоносцы забрать. Мимо 80. Они идут в мою сторону. Потихонечку. Не, не идут. Идут. Мэк идет. Мэк идет. Надеюсь, я его увижу на возвышении. Он бомбит, что ли? Да. Капец. Вот поэтому я не хотел рядом вставать. Чуть пошел. Надо рейнджером валить уже отсюда. Он там сшотается просто и все. Капец, как их много. Очень близко уже. Здоровье вагон. Тут надо удар хлыстом раз. Возможно, просто сейчас одним зелком пытаться что-то сделать. Блин, тут снайпер уже подставляется. Я вертел. Надо убегать снайпом. Okay, so
и рейнджером бегать. Вставлять зелка. Одиннадцать активно. Ну что, Зерыч, давай, на тебя надежда. Ластецкая миссия, я почти готов. Ой, слушайте, самое время сейчас бросить эту миссию. Заряжается Зил, это широкое подавление, работает у пулеметчик. Бежит этот гад. Стреляет. Попадает. Блин, 8 урона просто с куста. Ой. Сопротивление урону. Зил, танкуй, 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 танкуй. Ты чё, танкуй? Танкуй, 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 танкуй. Команда Адвента, Вольт. Надо было проверить, кого видят снайпы. Они вполне могут не видеть вообще никого. Они и того видят. Хорош! 25 урона просто. Этот видит 51. Слушайте, я отойду еще снайпами. Правда, я не вижу его. процентов, капец. Хорошо, попал. Пробуем. Убили, хорошо. Заработали повышение тут же. Он рейнджером чуть-чуть поближе, но сразу уходим в глухую. 9 человек активно. Я не знаю, как я все спулил, блин. Сила заряжается. Они же там бегут наверняка на меня. Опять к ногти, блин. Фух, все, на этой ноте заканчиваем, друзья. Возможно, завтра продолжим. Спасибо, что смотрели. Я посмотрю, что завтра по Варику, потому что там с Mail Cup сегодня quarterfinals. Вполне вероятно, что... Хотя, не может, на следующие выходные финалы перенесли. Классно сегодня поиграли. Встретились с мамкой мутонов. Наполучали дофига. Отвоевали регион. Подключили 2 дополнительных региона. От НЛОшки поуворачивались. Экипировали снайперов винтовками. Не только снайперов, пулеметчиков постепенно. У нас фактически 3 полностью раскачанных региона на материалы. Мы скупаем все на черном рынке просто. Сплавы Эллерии, оперативников. И сейчас заработает еще полноценно. Мы раскачаем 3-й регион. Вот стартанем его в этом месяце. Ну ладно, на 11 мы его стартанем. И все. И у нас будет 1,5-2 косаря в месяц. Вынь да положь. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что заходили на ГГ. И заходите. Приходите завтра. Продолжим вот прям с этого места. Пока-пока-пока.